Названием. Первый выпуск «Рабочее дело» называется «Рабочие Москвы». Вот, смотрите, что это вам. Да, спасибо, что. А это что, Наташка, давайте теперь. Пожалуйста. Можно взять для распространения еще. Ну, мы их сели. Значит, здравствуйте, дорогие товарищи, мы проводим эксперимент. Эксперимент состоит в том, что вот до сего этого года мы преподавали три источника, три составных части марксизма, и одним из источников является научный социализм. Вообще научный социализм – это теория и практика рабочего движения. Теорию мы преподавали. Что касается практики, ну, она как бы тут присутствовала в обсуждении, в рассмотрении вопросов, но специально занятий по ней мы не проводили. И вот ученый совет Красного университета, посовещавшись, решил, что нужно специально ввести занятия этому посвященные. И вот впервые за все время существования Красного университета мы сегодня проводим такое занятие. Это круглый стол по проблеме забастовок. Почему по проблеме забастовок, а не по каким-то другим вопросам? Потому что, вообще говоря, вся эта борьба за социализм, за революцию, за светлое будущее сводится к чему? К тому, чтобы установить диктатуру пролетариата. А диктатуру пролетариата можно установить тогда, когда будут советы. Поскольку советы – это организационная форма диктатуры пролетариата. Поэтому это разные вещи. Советы – это, так сказать, явление, а организационная форма, а сущность советов – это диктатура рабочего класса. А что такое советы? Некоторые думают, что советы – это органы, которые на предприятиях избираются, свои какие-то. Ничего подобного. Советы – это же органы государства. Государство – это структура территориальная, правильно? То есть класс руководит не собой, как, скажем, профсоюзный орган руководят членами профсоюзов, а класс руководит кеми, всеми. И не просто руководит, а государство – это еще машина насилия. Он и принуждает к тому, чтобы реализовывались интересы этого класса. И применяет силу при необходимости. Как только он перестает применять силу, против него начинают применять силу, что мы и видели на примере нашей страны. Вот только был закончился крик по поводу того, что вот, преследовали инакомыслящих, боролись, наказывали, сажали. Ну, и что мы получили? Половину промышленности уничтожили. Население вымирает. У нас превышение смертности над рождаемостью уже много-много лет. И, так сказать, наши самые крупные руководители вот никак не могут одеть такой светлый костюм, выйти и сказать, что за время нашего руководства смертность стала меньше, чем рождаемость. А у нас все время смертность больше, чем рождаемость. Это же вот сухой остаток, итог всего этого, скажем, демократизма, гласности и прочее, прочее, прочее. Так вот, что такое советы? Советы – это органы, которые избираются по трудовым коллективам, по единицам, но являются органами территориальными. Это городской совет или, скажем, съезд советов. Система двуступенчатая. То есть на предприятиях выбираются депутаты по какой-то норме. Допустим, вот в свое время Кировский завод выбирал 4 депутатов от 1001. Эти депутаты образуют городской совет. Ну а дальше городские советы, областные советы направляют на съезд советов. Непрямые выборы. Некоторые так все хвалятся демократией, что я скажу, вот мы создали прямые выборы. Мы создали прямые выборы, и стало невозможно отзывать. Почему? Потому что, чтобы отзывать, надо собрать тех, кто избирал, чтобы они и отозвали. А если вы сделаете прямые выборы, сразу будет наверх, на самый верх, то эти округа
будут такими большими, что никто их не может собрать, и даже надо оружие носить с собой, чтобы согнать столько людей, чтобы они проголосовали за это. Поэтому, как только появились прямые выборы, у нас прекратился отзыв неоправдавших доверия граждан, трудящихся, депутатов. Для того, чтобы он был реальным, чтобы можно было его осуществить, ну, для этого и надо, чтобы депутаты были по производственным единицам. Поэтому у Ленина это в свое время было предложение в программу партии, во вторую. Вторая программа действовала с 1919 по 1961 год. И там было записано, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, а производственная единица, завод, фабрика. Некоторые, правда, говорят по производственным округам. Это вообще какая-то каша. Производственные не могут быть округа. Это вообще не по округам, а по производственным единицам. Вот избрали по производственным единицам. Не устраивает вас этот депутат? Ну, он просто устал. Или заболел. Или в тоску впал. Совет можно создать без забастовки? А я еще не закончил. Еще вопросов я нет. Вот. Создать можно, только работать он не будет. И толку не будет. Значит, и есть вот в нашей с Александром Сергеевичем Казеновым работе, посвященной советам, говорится о том, что в свое время было положение издано в выборах советов. И в этом положении, к сожалению, был большой изъян. В те еще времена, далеко до середины 30-х годов. А изъян такой, что вот выбирается в городской совет депутаты, а из городского совета выбирается на съезд совета. Но там было написано в качестве примечания, а подписано было это дело Калинина, что а могут вот эти члены городского совета избрать на съезд советов уже не из числа депутатов. Раз не из числа депутатов, если этих всех депутатов, которые избирали, отзовут, а тут останется там сидеть. И получилось дыра. То есть то ли это не понимали, то ли не продумали. Я склонен считать, что не понимали и не продумали. Почему? Потому что вот у меня так получилось в жизни, что, значит, мои коллеги, профессор Ельмеев, профессор Долгов, ну, профессор Алексей Алексеевич Сергеев выступали вот с этой идеей о том, что надо, чтобы советы избирались непременно от производственных единиц. Ну, ко мне говорят, слушай, Миша, ты Ленина все прочитал? Ты можешь, что у Ленина по этому тему написано? Ну, я говорю, конечно, могу. Я пошел, пошелестел свои конспекты и сделал такой конспект конспектов и сразу им представил, что Ленин по этому поводу говорил. И когда я это представил, я удивился, а почему я на это не обратил внимания? Но это не обратил на это внимания. И я думаю, многие не обратили на это внимания. Советы, советы, вот говорят слово советы. У нас и сейчас страна советов. Хотите, я вам совет дам? Кто тут не может какой-нибудь совет дать? Есть такие люди? Нету. Теперь у нас, вы нашу структуру власти знаете сейчас? Как называется у нас верхняя палата нашего парламента? Совет Федерации. Ну, так Совет Федерации, это верхняя. То есть нижняя палата не совет, а верхняя совет. Ну, чем вам не советская власть? Так, а самый важный орган, гораздо более важный, чем вот то, что я сейчас назвал. Как называется? Совет Безопасности. Люди серьезные знают. Это дело-то не в количестве. Дело в том, кто решает. Туда входят представители всех других органов власти крупнейших. И то, что они решат, дальше по частям будет проводиться. Дума проголосует там, потому что сидит председатель этой самой Думы. Соответственно, председатель этого самого Совета Федерации. Там президент. Там и обязательно руководитель ФСБ. И так далее. Там министр обороны. То есть там все сидят, кому надо. И вот, значит, приняли решение этот маленький орган. А дальше все проводится демократически. И так все хорошо получается. Совет Безопасности. У нас власть советов или нет?
Кто сомневается, вот у нас, например, в каждом вузе есть ученый совет. Диссертационный совет. Да? Ну. Ну, у нас везде советы. А уж и то, что я говорил, что мы еще все время друг другу советуем, и сейчас собрались что? Посоветоваться. На круглом столе. Так что у нас, ну, кругом просто совет. То есть то, что понимается, вот это вот я подвожу к вашему вопросу. Что вот поскольку совет – это не просто орган, а орган, который может быть органом государственного принуждения, если он бессильный, потому что сидели и голосовали. Ну, проголосовали, да наплевать на ваше голосование. А если это орган, который сформирован от забастовочных комитетов, тогда к нему можно еще подцепить с других предприятий, где забастовок не было, людей, чтобы они тоже в этом участвовали, как бы вливались в эту реку. Но он вообще тогда ничего значить не будет. Поэтому, как показывает история образования советов, они родились в городе Иваново. Каким образом они родились? А таким образом, что были забастовочные комитеты, и они решили, что надо требования выдвигать идентичные работодателям, чтобы они их все выполняли. А если мы будем, говорит, выполнять в разнобой, то мы не добьемся. А работодатели говорят, мы готовы на переговоры. Но каждый со своим. А ивановские рабочие сказали, нет, вот все со всеми. Вот мы все соберемся. Как соберемся? То есть прекратим работу и будем с вами разговаривать. А пока не договоримся, работать не будем. Все. И вот все со всеми. И так был открыт совет. Открыт он был практически, а потом теоретически Ленин это уже осознал и нам всем рассказал. Потому что это вот зачаток был от органов, которые создаются рабочим классом. Потому что каждый класс должен создавать свое государство. А нельзя пустить в ход то государство, которое имеется, буржуазное. На эту тему Маркс и Энгельс много-много написали. Надо разбить, сломать это государство. Они очень гордились, что они это вот доказали. Разбить и сломать. А Ленин показал, как надо ее разбивать. Создаются советы. А потом всех, так сказать, специалистов толковых, которые могут работать, в эти советы берут все на службу. Не пойдете на службу, ну и кушать вам будет нечего, потому что зарплату будем платить тем, кто будет работать на советскую власть. Не будете работать на советскую власть, вы свободны. Нет вопросов. Более того, специалистам еще платили по старой мерке буржуазным. Отошли от принципов Парижской коммуны и так далее. То есть, короче говоря, вот вопрос о советах, на самом деле, он упирается в наличие таких органов, которые в состоянии это сформировать, советы, в состоянии сформировать такие люди, которые имеют силу и противостоят буржуазии хотя бы в пределах одного предприятия. А если у них такого опыта нет, а просто есть желание создать советскую власть, на желание далеко не уедешь. Вот поэтому, или там, допустим, можно скрываться, чтобы никто не узнал. Вот мы все революционеры сидим, чтобы только никто про это не узнал. Особенно никаких действий не совершайте, потому что как только вы какие-то действия совершите, то сразу вычислят, что мы революционеры и накажут. То есть правило конспирации такое – ничего не делай, ничего не делай. И тогда никто не узнает, что ты революционер. Это вот Дзержинского спрашивали так, говорят. Это вы же, Феликс Эдмундович, так сказать, старый конспиратор, что надо делать? А ничего, говорит, не надо делать. Ничего не делайте, и никто не узнает, что вы революционер. Такая история. Значит, поэтому этот вопрос о забастовках, раз мы перешли к тому, что советы на самом деле будут безвластные, без забастовочных комитетов и без забастовок. Ядро советов составляют, конечно, именно те депутаты, которые прошли школу забастовок. То есть они выступили, так сказать, навязали свою волю своим, так сказать, хозяевам. Но хозяевам, в фигуральном смысле, они хозяева средств производства, но не хозяева рабочих. Хозяева работников были при феодализме. Правильно, при феодализме были помещики. А это вот вы командуете станками, машинами, оборудованием, там, железными дорогами. Ну, сами железками командуете. А нами вы не можете командовать. Мы сами организовываемся, сами делаем. И у нас есть свои средства организации. Какие? Профсоюзы,
А профсоюзы будут плавать, если они, если нет партии, еще более узкой организации, которая является высшей, так сказать, школой борьбы за интересы рабочего класса. Или партия, может быть, есть, а профсоюзов нет. Да, высшие школы есть, а широкого движения нет, тоже ничего не сделаете. То есть надо понимать, что вот у вас есть голова и руки. Если у вас есть только руки, это здорово. А если у вас есть только голова и нет рук-ног, это не здорово. То есть надо понимать, что все тут выполняет свою роль, и все надо рассматривать органично. Ну вот это вот предисловие, которое я хотел сделать, и сказать, как мы предполагаем проводить сегодняшний круглый стол. По времени мы будем проводить как обычные занятия. То есть у нас до 9 часов, до 21 часа мы тут, значит, обсуждаем, рассматриваем, выступаем. Потом 10 минут перерыв, и потом продолжаем выступать и рассматривать. И еще во второй части мы можем, так сказать, перейти и к вопросам во многом. А вот желательно в первой части, чтобы у нас превалировали не вопросы, а выступления. Правильно? Обычно у нас как бывает? Лекция в первой части, а потом ответы на вопросы. Ну, так мы будем стараться и делать. Значит, теперь кто будет выступать? Значит, поскольку... Значит, сейчас такое большое заблуждение есть, что вот если людям не выплачивают зарплату, то им нужно, значит, непременно начинать забастовку. Ну, это неплохо, если они сделали забастовку. Ничего там страшного нету. Но, с одной стороны, говорят, что у нас люди запуганы, они ничего не могут. Им страшно. Но если вам страшно, почему вы с этим словом забастовка вылезаете раньше времени? Ну, оно и сами скажут про вас, что у вас забастовка. А вы говорите, да нет, какая-то забастовка. Ну, какая забастовка? Я вот у вас работаю. Вот вы молодой предприниматель. Мы договорились. Я работаю, вы мне платите зарплату, да? Я не работаю. Что? Не плачу зарплату. Хорошо. Вы не платите зарплату, я не работаю. Нормально? Ну, вот и все. Вот на эту тему выступит Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич у нас исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Донецкой Народной Республики. Он знает, так сказать, ситуацию в Донецкой Республике, поддерживает все остальные связи и контакты. Он на эту тему выступит. Вторым выступит товарищ Бобинов. Он нас хочет просветить по такому вопросу, что если вы собрались такую тяжелую штуку сделать, как забастовка, то, наверное, вы потом будете бастовать за то, чтобы вам заплатили за ноябрь. А уже пройдет декабрь, январь, февраль, март, уже следующий год. И вот уже все деньги получают остальные, которые не бастуют. А тут эти сподвигались со своей забастовкой. То есть, если вы делаете забастовку и тратите такие мощные ресурсы на это дело, такую силу поднимаете, то вы, наверное, такие требования должны выдвинуть, которые... Ну, соответствует тем усилиям, которые вам придется предпринять. И вот он, так сказать, так вот в эту глубоко зарылся в эту работу и говорит, пока хорошего проекта не будет, мы вообще не сдвинемся, чтобы не позориться. А это профсоюз действия. Вот те, которые действуют, они не торопятся куда-то бежать. Вот. Третий я буду выступать. И, значит, если кто-то мне пришлет записку, что он тоже хочет выступить на круглом столе, любой здесь присутствующий, это на то и круглый стол. Видите, он так, он не совсем круглый такой, яйцеобразный. Вот, а это вот в середине, эта выемка вообще не предусмотрена какой-то фигурой, известной нам. Вот, так что вы присылайте мне записочку такую, и, так сказать, вы тоже получите слово. И чем, кто хочет короткое, короткое, хочет побольше, побольше, пожалуйста, нет вопросов. Чтобы там никто не говорил, что у нас никакой демократии нет. Приходим, и только выступают одни профессора и какие-нибудь там чиновники. Это вот чиновники даже из других ближних, так сказать, наших республик приезжают, выступают, врачи выступают, обычным нашим... И членом рабочей партии России. Ну, понятно, вы уже и партию захватываете нашу. Понятно, там такие люди хваткие, там из Донбасса идут, актеры. Сейчас не очень. Ну, еще не совсем захватили, я понял. Вот, поэтому давайте вот из этого будем исходить.
Да. Вот такой план предлагается, действие, чтобы у нас был интересный такой разговор, интересное занятие и полезное. Тем более, что этот разговор, как вы понимаете, это не такой вопрос у нас, чтобы один раз поговорили и этим все и кончилось. На эту тему нужно думать и обсуждать и раз, и два, и три. Поэтому к этому надо возвращаться, потому что с ней связана вот дорога к возрождению социализма в России. Дорога, это магистральная причем. Поэтому, она сводится к вот таким вроде бы элементарным вещам. Научиться, по крайней мере, делать то, что является не таким уж и сложным. И что вполне доступно любому простому трудящемуся, любому рабочему. Так, значит, если нету протестов каких-нибудь, требований и возмущенных криков, пока я не слышу, то слово предоставляется Александру Евгеньевичу Васьковскому. Вот я уже его, так сказать... Я начну с возмущенного крика. Не проходите. Вот Республика Беларусь есть, а не Рабочая партия России, а Донбасса нету. Это значит, вы не проявили инициативы. Внимательно смотрим на вторую страницу. Вот видите, как у нас есть сразу. Нет, с Донбассом. Все, вас заклеймили, товарищ Васьковский. Так, все. Нет. Вы еще и газет наших не читаете. Разговор о контактах. Тратить время на контакт. Пожалуйста. Контакты внизу. Александр, а в чем дело-то? А я писал. Я напомнил главного редактора. Да. Так ваши контакты секретные. Как же секретные? Вы сами говорили, что нельзя быть таким секретным. Что... Да я говорил, но у вас-то секретный. Да. Ну, вот так хотели до того, что у нас сейчас... Но это не последний раз. Да, я ничего понял. Страшного. В следующий раз напишет. Татьяна Валерьевна не забудет дело. Она вас два номера запишет, три даже. В следующий раз. Так, пожалуйста. В Донбассе сейчас у нас сложилось... Интересная в кавычках ситуация, что шахтеры и другие рабочие не получают заработную плату за 2 месяца и более. У нас также интересно и в России. Да, и когда разбираемся, начинаем с этим разбираться, то очень часто люди, когда понимают, что все жалобы, там, заявления, протесты, митинги не дают некую пользы и действия, приходит к правильному выводу, что нужно останавливать работу. Но эту остановку работы... Это неправильный вывод. Вывод, что останавливать работу, неправильный вывод. Так приостанавливать? Ну, да. Извините, я как ведущий вынужден был вмешаться. Потому что там другие законы, там что-то другое, другой трудовой кодекс. Это наши союзники. Донбасс. Это здесь другие законы, а там нормальные. А там нормальные. Получается, в Донецкой Народной Республике кодекса законов о труде своего нету, а то, что не урегулировано законами ДНР, пользуемся законодательной базой Украины до 2014 года. А Украина советским пользуется. Но в кодексе законов о труде украинском есть такое понятие, как приостановка работы в связи с отсутствием организационных условий и технических условий, ну и то ли по вине, там уже делится, там, по вине работника или по вине работодателя. Так вот, отсутствие заработной платы – это и есть отсутствие организационного условия, вот, потому что если вы не заправите машину, она перестанет ехать. Ну, а можно так рассуждать, что это характерно для обычного договора, который заключается в условиях капитализма. Договор. Ну, в чем смысл договора? Любой договор. Вот любой договор, как понятие договора при буржуазном строе. Если я вот с товарищем заключаю договор, неважно о чем. Мы договоримся, что если я это делаю, он вот это делает со своей стороны то. Если я это не делаю, он не делает. Да. То есть, если вы рабочую силу свою отдали... Да, договор. Так договор предполагает взаимность. Если одна сторона выполняет обязательства, а вторая не выполняет... Значит... Паритетность сторон. Да. Предполагаем. Да. А у нас вообще получается, что если через 15 дней, до 16 дней нету заработной платы, то это уже нарушение. А вот скажите, пожалуйста, и как вот нарушают эти донбасские шахтеры этот порядок?
что они вот продолжают нарушать, конечно, так это возмутительно. Это да, то есть они дальше продолжают отдавать свою рабочую силу без денег. Так они, значит, ведут себя как, по-буржуазному или по-феодальному? По-феодальному, то есть они... Как кто, как крестьяне? Как крестьяне, да. Ну, хозяину надо же как, работать, да, на бесплатно. Это чья-то собственность. А может, вообще нельзя? Можно как-то приостановить? Может быть, нельзя процесс остановить? То есть, надо постоянно там что-то в шахте? Естественно, да, там есть... свои нюансы в шахте, то есть... Все такие случаи, они, так сказать, предполагают какие-то исключения. Так что, вы думаете, во время забастовок самых-самых мощных не выполняются некоторые работы? А вы радиоактивные материалы повезли. Думаете, не надо вести, а вот скорая помощь должна все остановить, всю работу по всем линиям? Нет? Может, работодатель, наверное, если он понимает, что если работа вдруг остановится, то это его ответственность. Нет, у нас есть в нашем законодательстве такое понятие, как минимум работ условий во время забастовки. Ну, мы его не для забастовки применяем только, но и, естественно, если речь идет о простом договоре, но этот договор тоже предполагается, что какие-то работы, связанные с общественной безопасностью и другие, не выходящие за рамки того, что нужно работодателю для его обогащения, то их нужно выполнять. Но это должны кто решать? Рабочие. Ну, прежде всего, работники. Так они же должны с умом это делать. Поэтому слово «приостановка», в ней есть и содержание. Не только, в смысле, приостановки на время, но и не все останавливается. А для того, чтобы нарушить работу, поступление денег ему в карман, для этого не обязательно все останавливать. Вы можете просто приостанавливать в технологической цепочке их по очереди, каждую бригаду. Всего в этот день вот эту, в следующий день вот эту, или эту неделю вот эта бригада. А потом она заработала, а вторая... теперь, которая в цепочке стоит, теперь не работает. Потом третья, и так четыре, и все, нету ничего на выходе. У меня вопрос, на что ссылается работодатель, где платят зарплату? Они ссылаются, что в уголь отправлен, есть такая компания «Внештосервис», которая реализует его за пределами Донецкой Народной Республики. И вот «Внештосервис» уже должен шахтам 5 миллиардов рублей, из которых примерно 1,5 миллиарда – это заработная плата 18 шахт. Ну, шахт – это довольно крупные коллективы, от 1000 человек. А они в объединении в каком-то или они каждый отдельно? Есть несколько шахт отдельно, а так все шахты в трех объединениях. Донецк уголь, Макеев уголь и Монтарис антрацит. Так, Александр Евгеньевич, все-таки вот вопрос, так к кому мы должны обратить вот взоры больше всего? Кто это вот потворствует тому, чтобы сами не выплачивать зарплату? Сами виноваты шахтеры, но понятно, что их до этой ситуации довели, потому что... Почему довели? Ну, отчасти даю. Ну, как довели? Вот мне не платят зарплату. И как меня можно довести, чтобы я не работал? Ну, мне не платят, я и не работаю, и все. Сейчас я объясню нашу специфику. То есть вот, на протяжении последних 2 лет было несколько попыток таких приостановок работы, которые назывались забастовками. Ну, так это зачем пугать людей? Так вы мне можете сказать, сейчас революция назовете, тут сразу приедут испуганные. Вот, и получается, что зачем? Приезжали наши местные карательные службы, которые называются Министерство госбезопасности, и проводили беседу, что в одном случае это были беседы, что нельзя останавливать работу во время войны, это саботаж. Вот. И будем карать по закону военного. Так останавливать или приостанавливать? Вы же, наверное, останавливали работу. Да, ну, вы же, наверное, останавливали. Согласно этих Минского сговора, войны-то, в принципе, и нет. Но просто когда еще выяснилось, что немалая часть угля идет на территорию Украины, на электростанции и коксохимзаводы, вот, то есть, которые непосредственно и поддерживают экономику той страны, которая убивает Донбасс. То... И хозяева очень бедные, у них денег нет. Да, то есть эти уже аргументы, они как бы не прокатывают. Вот Валерий Александрович хочет спросить. По поводу хозяев, это до 17 года, пока полной блокады не было, хозяева, так понимаю, были украинские. Да, это все была украинская юрисдикция. Юрисдикция, тогда тоже были не платежи. Не платежи, да. И все, получается, шахтеров кинули, они сказали, ну вот вам же должна была Украина, вот, а теперь мы
как бы национализировали в кавычках. Уже не Украина. Вот, это уже хозяин, а собственная академия тоже. То есть... Нет, да я бы вот я бы вам предложил другую формулировку. То есть шахтеры ваши добрые не только к украинским капиталистам, но и к русским. К русским, так это и к своим. Люди. Да хоть даже и разные люди, они ко всем добрые. Их главное дело работать, а зарплату не получать. Да, но тут уже... Нет, вот как, вот, как вы можете объяснить человеку, ну, вот человеку, который, так сказать, не запутан, ну, как вы можете работать, когда вам не платят зарплату? Я не очень, я не понимаю. Я вот думаю, вот эту вот жизнь перенести, вот ты домой деньги не принес, и просишь жену дать поесть тебе. Она на тебя смотрит и думает, что у тебя с головой не в порядке. Сначала, как говорится, в дом что-то принеси, чтобы можно было купить поесть. А я думаю, чего Валерий Александрович так все время тут проводит? Потому что чем домой пойдет, с чем? Нет, ну это как пример. Потому что приходит просить у жены, которая не пьет, чтобы она тебе приготовила поесть. Но женское управление здесь оказалось довольно более решающую роль сыграло в оживлении. То есть мы уже в течение года этим занимаемся, и когда в соцсетях... То есть как-то нам надо, видимо, научиться это правильно излагать и подавать. Не излагать. Главное, четко понимать, что приостановка – это организационная... Почему? Ничего организованного. Я один могу остановить. Я вот не получаю. Вот вы все можете работать на барина, пожалуйста. А я? А зачем я буду работать? У меня же договор, вот мы вот выяснили с ним. Он не платит, я не работаю. Я прихожу на работу, открываю, что хочу, кодекс. И считаю этот кодекс. Наверное, ж какую-то бумагу. Надо написать. Начальнику, что... Вся процедура, что написать, она есть, она очень хорошая. Она есть в Трудовом кодексе. Статья? 142. Ну... А что, не знаете статью? Нет, вы оторвались там в Донецке. У нас от России. Другая статья. А какая разница? Ну, статья-то есть? Есть. Ну, какой номер? Я сейчас что-то мне на ум пришла 151 уголовного кодекса нашего... Уголовный, само собой. Между прочим, во всем Трудовом кодексе, вот в российском, уголовная ответственность предусмотрена только за невыплату зарплаты. Все любые нарушения, какие только могут быть, невыполнение коллективного договора, отказ от фактически от переговоров, уклонение и так далее. Ничего нет. Только уголовная ответственность только за невыплату зарплаты. То есть обращались в прокуратуру? Иванов обратился в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты? Уже есть три факта обращения. Три факта? А сколько народу? Ну, это были коллективные. Тысячи. Зачем в коллективе? Зачем? Я не понимаю про коллективный. Вот у нас договор с ним. Зачем коллективный? А у вас вот с ним договор. А у вас с ним? Почему? Ну, опять-таки, я еще повторюсь, у нас... А вот зачем этот... То есть коллектив – это очень хорошо, но вот здесь как раз... У нас лучше коллективными действиями все делать, потому что одного человека могут и потерять у нас. Так каждый пишет не коллективно. Не так. Вот надо, чтобы делал каждый. Ну, весь коллектив. Это вот мы с вами только что во вторник изучали самособирание. Знаете, вот такое было? Чтобы получился род, весь род шахтеров отказался выполнять работу без зарплаты. Род. Ну, как он может род отказаться? А так, что каждый шахтер, каждый написал заявление, каждый подал. Вот у меня он работодатель, я ему подал, дорогой Иван Иванович. Довожу до вашего сведения, что в связи с тем, что вы... Не выплачиваете зарплату и нарушаете договор, который между нами установлен. Договор у нас очень простой. Вы платите, я работаю. Вы не платите, я не работаю. Я вообще не работаю. А то время, пока вы не платите. То есть я тогда сижу и жду, когда вы заплатите. Я не остановил работу, я приостановил. Я жду, когда вы заплатите, и все. Ну, когда вы заплатите? Так хочется, чертовски хочется работать. Вот руки соскучились по станку. Ну, а почему нельзя написать одно заявление и... Потому что слишком много паразитов будет, которые ничего не пишут, никакой ответственности на себя не берут, а пускай Васьковский запишет со всех заявлений. А мы постоим в стороне. А вы постоим, посмотрим, как Васьковского, как к нему отнесутся. Зачем? Вы должны организовывать трудящихся или вместо трудящихся писать заявление? Приедет к Васьковскому МГБ или не приедет? Да, приедет МГБ к 1000 человек?
Вот будет... Ну как вот все написали заявление, причем заявление дальше, ход заявления какой? Давайте процедуру. Значит, какое заявление написали? Продиктуйте, пожалуйста, что я должен написать. Если вот мне не платят. Вот я же актер, а мне не платят. Так, все, я должен... меня зовут Попов Михаил Васильевич. Вы мне не платите. Нет, вы мне не платите. Он мне не платит. А вы расскажите мне, как мне надо написать заявление. Вы умный? Да. А я не умный. А он вот у меня начальник. Вы пишете, что в связи с отсутствием заработной платы... Как это с отсутствием? Как она есть? Я знаю, она есть. Как это с отсутствием? Такое не напишу. Хорошо, с задолженностью. Никакой нет задолженности. Они просто не платят мне. Причем тут задолженность? Я никому в долг ничего не давал. Какая задолженность? О, как вы здорово. А процент тогда давайте. Нет, так не пойдет. В связи с чем? Что происходит? Зачем вы так искажаете? И выплатой. Задержка. Какая задержка? Отсутствие. Нет такого в законе никакой задержки. Не надо выдумывать. С невыплатой зарплаты. В связи с невыплатой зарплаты. С невыплатой. Сколько дней не выплачивать можно зарплату? 15 дней. Вот в связи с невыплатой зарплаты. Более 15 дней. Я в соответствии с статьей такой-то, что делаю? Приостанавливаю. Работу. И все? И точка, что ли? Да. Ну, можно еще. Как можно? Да, ну, не только можно, обязательно. До полного. Почему до полного? Зачем до полного? До выплаты зарплаты. Ну, что вы как-то усложняете? А потом и приеду что-нибудь. А тут ничего, что тут? Очень все просто. До выплаты зарплаты. Ну вот мы же с ним договорились, он мне платит, я работаю. Он мне не платит, они же как раз все молодые. А мы вот старики, значит, корячимся здесь и денег нам не дают. Так? Это на обуви. Смотрите, а он только улыбается, он не платит мне зарплату, а у самого там миллиарды. Конечно, штраф 5000, все. Вот и все. То есть до выплаты зарплаты, теперь дальше что? И я написал такое заявление, подписать я должен? Так мне ну, один экземпляр, нет, подождите, один экземпляр или два? А зачем два? Ну, на втором у вас должны быть. Так он не будет подписывать. Что, не знаете его? Вот посмотрите на него. Ну, что надо делать? Есть секретарь, есть канцелярия, есть вот, это все. Секретарь. Вы возьмете у меня заявление? Нет. Нет. А что она? А что она глупая? Ее он же уволит. Да, есть. Александр Евгеньевич. Почта есть. Почта, хорошо. И что, на почту нести? Так мне приостанавливать работу, уже приостановите пойти на почту? Или сначала на почту, потом приостановить? Ну, сначала на почту, получается. И как только я на почту сходил, уже приостановить или дождаться, когда он получит? Да нет, вы уже отправили. А чем я отправлять буду? Какой? Каким отправлением? С уведомлением, желательно. Так вот когда мне? До получения уведомления приостанавливать или после? После получения уведомления приостановлю, меня уволят. Вот и по вашей вине. Усложнили. Как усложнили? Я ничего не усложил. Не усложнил. Я вам просто это правда жизни. Ну как вот? Почта мне дает квиток. Ну почему, Алексеевич? Они почему еще не сориентировались, пришли и сразу положили. Записать, что вот. Что? Вы тем более, что если у вас таких тысяча человек. Никаких не надо тысячи, не надо мне опять вы тысячи, не надо тысячи, я один, вы ко мне, до меня дойти можете, до шахтера вы можете дойти? Я понимаю, что вы большой человек, вы до одного шахтера можете дойти? Да. Фамилия моя Попов, Михаил Васильевич. Шахтер Попов. Я один раз докером был, один день. Да, получается только так, через уведомление. Да. Вот уведомление, так, я получил уведомление, так. Это, а вот теперь, когда вот вы мне это объяснили, а вы всем можете объяснить, чтобы мне было не страшно? Конечно. Всем остальным? Так я и только долго за вас вытягивал, а остальным я тут, конечно, а как-то вы так, как-то секретничаете. Наверное, вы ждете, что вам кто-нибудь денег даст, тогда вы всем расскажете. А так вы только мне рассказали, а я все равно вам денег не дам. Потому что у меня их нет, я бы дал. Мне не платят. Какие деньги? Так вот, вот тогда, так надо, а вот представь себе, тысяча человек написала такие заявления. И тысяча человек пошла на почту. И тысяча человек получила уведомление. Вот я получил, она получила, он получил, вы получили, все получили. И приходим, у нас у всех уведомление. Мы можем копию сделать уведомление, подарить. Тому, кто вот он у нас не взял, я секретарше отдам. Она это у нас с удовольствием возьмет. Это что? Это ее не касается. Она информацию дает. Ему отдам. Можем даже кинуть ему. Копию за мне нетрудно сделать. Копию дал.
А вот только когда вот это вот я сделал уже акцию, когда у меня есть копия, а уведомление-то я сюда, а копии-то им дал, вот после этого я сажусь и читаю. Что у вас самая такая великая книга там в Донбассе? Ну какая книга? Книги Михаила Васильевича про классовую борьбу. Не, это не надо. Не надо пугать, тут всякие приедут. Вы же сами рассказывали. Что у вас там? Какой закон есть? Нет, наука логики. Зачем это так тяжело? Трудовой кодекс будем читать. Есть у вас трудовой кодекс какой-нибудь? Или? Украинский. Украинский будем читать. По оригинале надо читать. Ну вот, а все равно уголь-то на Украину уже идет. Ну да. Ну так украинский будем кодексы читать. Немалая часть на Украину идет. Ну и что, будем читать на украинской мове. И будем читать, что страшного-то? Это уже диверсия. Вот за это могут и приехать. Тогда будем на русский переводить. Будем возьмем это и будем перевод на русский коллективно делать. И больше времени потратим. Давайте будем переводить на русский коллективом это дело. Особенно вот этот пункт. Правильно, эту статью? Да. И что, сколько я так могу сидеть? Когда я должен прекратить? Пока дальше ход. Не выплатят. Не так. Нет. Ведь наш-то закон читали российский? Следующее действие какое будет? Да. Вот я сижу. Руководитель звонит, вам говорит Михаил. Нет, телефоны, разговоры нет. Это никому не приходит. И письмо. Также через почту? Нет. Он должен мне вручить. Вручить. Вот он придет. Ну, он может послать ее, конечно. Мне в руки. Там будет написано. Уважаемый Михаил Васильевич, прошу вас завтра выйти на работу. Вам завтра будет выплачено. Заработная плата. Приступить к работе. Ну, приступить к работе. Вам завтра будет выплачена зарплата. А я сейчас на работе. Я сижу, читаю книгу. Я не ухожу с работы. Потому что я уйду, Васьковский займет и будет в том месте. Я знаю, почему он мне вот это не выплачивает. Чтобы он там кто-нибудь другой сядет вместо меня. Выведет на чистый воздух. Согласны, что это такие люди прыткие? Раз и все. А я сижу на работе. Износились уже, сил нету. Да. Я вот молодой. Да. Вот, поэтому я, значит, видите, у меня руки заняты. А почему? Потому что я обеими руками держусь за кресло. Ничем не могу вам помочь. Значит, вот что это же очень красиво написано. Вот почему людям так не нравится наш трудовой кодекс России? Такой хороший. Вот, а вы будете из России, кто к вам приедет? Так вы скажете, мне в России объяснили. Вам сейчас из России объясняют или нет? Вы что, не ориентируетесь на Россию, там, в своей Украине? Вы что, на украинской стороне, что ли, там, в Донбассе, товарищ Васьковский? Ну, приедут наши. Они туда. Момент, да. Но не с вами разберутся, с этими разберутся. Они со всеми разберутся. Наши-то о том и не уезжают оттуда. Вот видели, как сейчас был этот, идет четверка, это нормандская. Угу. Это на первой странице российской газеты. А на последней странице как идет выдача российских паспортов. Да, уже хорошо. 150 тысяч, и там все рассказано, что вам только пойдете на почту, вы только номерочек получите, потом к вам же приедут, возьмут ваши все бумажки, бумажки везут в Россию, потом вас вызовут, привезут вас в Россию, там все оформят, и вас обратно привезут, все будет хорошо, и все это организовано так прекрасно, что даже от вас ничего не зависит, все это, так сказать, Россия сделает. И вы получите российский паспорт. А раз вы российский паспорт, это что означает? Кодекс уже российский будет. Да ладно, кодекс, несерьезно. Какой кодекс? Россия всегда своих граждан защищает в любой стране. Причем тут кодекс? Мы надеемся на это. А что тут надеяться? А вы что, не знаете? Не знаете, что у нас в Северной Осетии и в Абхазии? И в Крыму мы увидели. Ну так. Ну поэтому. А как вы думаете повлиять? А дальше можно приходить на эту четверку и сидеть, там пузыри пускать. А главное, чтобы паспорта выдаются. Ну, я правильно понимаю, или нет? У меня условия уже для совсем других вещей, да. Да, так тогда это не будет отношение с Донбассом и с Луганском. Это будет с кем отношение? Ну, естественно, с Россией. Российской Федерации. Ну, так оно уже есть. Ну, есть в одной и той же газете. Я же говорю, вот это первая страница, там портретики, там то все. Кто первый вошел, кто, что Зеленский сел не на то место, на то место, где должен сидеть Путин, там всякие сказки рассказывает дипломатические. А газета на нагретая. Да, на нагретая хотел сесть. Вот, а тут, видите, так. Вот. А вот теперь давайте вернемся теперь к тому, о чем вы начинали говорить. Вот тысяча человек, сколько там у вас тысяч не получает зарплату? Ну, больше 20 тысяч. А? По самым скромным оценкам, больше 20 тысяч. Вот 20 тысяч, больше 20 тысяч написала такие письма счастья своим работодателям. Больше 20 тысяч написала. Во-первых, когда много пишут, им не страшно писать. Ни одному. А вы хотите, чтобы один кто-то за всех писал?
У меня вопрос, сколько человек работает в МГБ? Ну, там, получается, тех, кого можно бояться, 160 человек, мы уже посчитали. 20 тысяч и 160? Да, да, я уже всем объясняю, их даже адреса уже есть. Вот, нет, так уже... тут, понимаете, это объяснение. А тут, смотрите, Александр Ильич, а вот это одна страница, 20 тысяч страниц. И они шелестят, так сказать, вообще всем работодателям во всех фирмах, которые, так сказать, занимаются производством угля. Это же совсем другая картина. Это, как у Гегеля называется, самособирание. Угу. Самособирание. Да, и получается уже род. Мы даже вот говорили во вторник о том, что вот слово род не часто употребляется, но вам знакомо. В какой песне употребляется слово род? Интернационал. Да. С интернационалом воспрянет род людской. Род. Род шахтерский воспрянет, если он каждый... Ну, давайте так, мы понятие пристановка разобрали, просто чтобы, если, я надеюсь, кто-то... Так вот, чтобы разобрались, давайте еще скажем, это будет забастовка? Нет. Нет. Потому что, а почему? Потому что забастовка – это коллективное действие, направленное на увеличение цены рабочей силы и улучшение условий труда. То есть это совсем другое. То есть если вы приостанавливаете работу в надежде на то, что вам... вернут положенную вам зарплату, то забастовка имеет цели совсем другие. Ну, я бы вот немножко с вами поспорил, потому что если вот вы говорите о забастовке, забастовка – это что такое? Это временное, полное или частичное прекращение работы для достижения поставленных требований. Но если эти требования, как их выполнять, урегулированы законом, то зачем бастовать? Вот то, что мы рассказывали, это не является забастовкой с точки зрения закона. С точки зрения определения забастовки, можно сказать, да. Да, подпадает даже под забастовку. Но зачем вам год говорить о забастовке, чтобы кто-нибудь приехал? Нет. Вопрос в том, что если мы правильно сделаем эту приостановку, люди поймут, что в этом ничего страшного нет, никто не приедет к такому. Естественно, конечно. Они почувствуют ручками, как это делается. Следующим шагом они уже могут выходить на забастовку. Наоборот, они поймут, что они еще не знают, что такое забастовка, и никуда еще не выходили ни на какую забастовку. Потому что они по тому вопросу, который урегулирован законом, собираются бастовать. А вы не хотите бастовать по тому вопросу, который не урегулирован законом, а который позволяет, да право вам дает. Вам право есть на требовать большую зарплату? Есть. Тут же не об этом идет речь. И тут речь о том, чтобы выполнили тот договор, который уже есть. А совершенствовать договор можно и индивидуальный, и коллективный, и так далее. То есть... Тут до забастовки еще как до неба. Михаил Васильевич, вы меня не услышали. Естественно, как до неба, но первым шагом мы должны сделать приостановку. В этой приостановке мы еще одну... Остановку или приостановку? Приостановку. Приостановку. Так это первым шагом будет в чем? В организации рабочего движения. Нет, это будет первым шагом в том, чтобы уйти из феодальной зависимости от своих работодателей. Хорошо, можно так назвать. Какое тут рабочее движение? Это просто вот мы сейчас, у нас не хозяин-барин. Если хозяин-барин, то я на барщине должен бесплатно на вас работать. Да, это мы обсудили. Если вы не мой барин, то я не буду на вас работать. Только вот на него буду. Вы меня не услышали, что приостановка шахтерам даст, что им вернут деньги заработанные. Вот. Я еще хочу обратить внимание на то, что приостановка еще даст еще один плюс, что они почувствуют уверенность, что они поймут, что это несложно все делается. И дальше это можно уже это умение переформатировать вот в умение забастовки. Да, вы хорошую справу сказали фразу. Несложно это делается, а сложно это что? Сложное из простых. Ну так сложное из простых, надо из простых и складывать, и тогда будет нормально. Мы же с обычными людьми работаем. Значит, давайте их не будем пугать такими словами, от которых им страшно. И страшно начальникам сразу. А тут обычное дело, рутина. Дал ему бумажку. Он не берет, ну пусть и не берет. Ну что затруднять человеку? Тяжело поднять страницу. Девушка молодая, ей тяжело. Я иду на почту, там люди принесут ей. Какая-нибудь старушка придет, принесет на почту, положит вам уведомление о вручении. Все хорошо. Так что, вот, то есть мы свели простую, сложную задачу к простым. И тут, как говорится, ее невозможно не разрешить.
Потому что, ну, представь себе, 20 тысяч, конечно, они напишут такие заявления. Но пусть 2 тысячи напишут. Ну, а вот как планируется, пусть Иванов напишет, а я буду сидеть и смотреть, что будет с Ивановым. Вот это вот нельзя допускать такое. Да, это изневечество, которое... То есть он своему хозяину он потакает, то есть он допускает, чтобы бесплатную работу на этого хозяина, а от вас требует, чтобы вы таскали из огня каштаны. Пусть он напишет, не хочет. Если он не хочет писать заявление такое, чтобы выплатили ему зарплату, это его личное дело. Ну, ты не хочешь, значит, ты не получишь, вот он получит. Он написал заявление, получил, а вот вы будете рядом сидеть, и вам не дадут. И ваш хозяин не дурак. Он ему заплатит, поскольку тот написал. А раз вы не написали, он вам и не заплатит. Денег просто не было. Он не будет говорить, что он у вас дискриминация. Скажет, да денег было мало, вот я обязан ему сделать. Он, так сказать, выполнил все по закону. А вы-то не выполнили все по закону. А вы-то за что? Все, проходите. То есть надо, чтобы вот эти самые захребетники, чтобы они пролетели здесь. А чтобы люди, так сказать, такие твердые, ответственные, чтобы они вот здесь и выиграли. Которые живут на основе капитализма, а не на основе феодализма. То есть не надо вот это как-то героизировать. Тут никакого героизма нету. Вы получите просто то, что вам причитается при капитализме. И что записано во всех государствах капиталистических. Никаким социализмом, никакой революцией, ничем тут не пахнет. Ну, если это даже это люди не сделают, какие могут быть забастовки, какое может быть движение вперед? Никакого не может быть, поэтому его и нету. Я говорю, что если мы не прошли этот шаг, то к забастовке мы и подойти не можем. Да. Да не просто может. Это слово «забастовка» начинает бросаться с... Зачем его? Зачем? Вот это разговор. Просто коллективные действия. Вот хороший этот докер. Это коллективные действия. То, что вот сейчас... А коллективные действия, что все напишут, а не то, что я напишу. Вот у нас будет коллективные действия, и вы скажете, Михаил Васильевич, напишите за всех за нас. Это коллективное действие? Нет. А вот я рассказал, а все написали, я не убежал. Вот это коллективное действие. И бросил коллектив. А коллектив пусть как хочет выбирается. Нет, я не а он про, и выиграет. Я про вот эту пугалку, забастовка. Просто. Но я пока, я бы пока из лексикона это слово. Вот пока да. В вопросе, который касается выплаты зарплаты, которая уже заработана, изъял. Да. Почему? Хочу провести. Почему? Потому что этот вопрос урегулирован законом. Ну, если вы не используете закон, что вы можете? Ну, как я могу вас заставить? Вот я могу, как могу вас заставить выполнять закон, если вы не хотите его использовать? Ее же кто-то использовать должен закон. Если трудящиеся не хотят использовать закон и не хотят получить зарплату, что я могу делать? Хотят вот подарок. Да, вот я хочу ему сделать подарок. Вот он, видите, как мы с вами спорим, а он сидит, молчит, и я решил у него уже не требовать. Ничего не требовать. Как не подарок? Какой подарок? Годовая зарплата, подарок. Я ему подарил. Мне не надо. Вот там 20 тысяч подарила свою зарплату. 20 тысяч подарила свою зарплату работодателям украинским. Человек 20 тысяч, не рублей. Человек. Там больше миллиарда цифра. Там миллиарды. О чем вы говорите? Ну это подарок или нет? Подарок хороший. Хороший. Хороший же подарок от меня. Ну что, значит, можем мы переходить туда? Нет, я хочу по этой рассказать. Ну скажите. Привести быстрый. В прошлом году мы занимались метростроем. Так, только вы только представьтесь, еще не вас. Я вот на товарища Васьковского представил, а вас еще не представил. Вы сами представитесь или мне вас представить? Бобинов Григорий Вячеславович, профсоюз действия медицинских работников, вхожу в совет именно этого профсоюза. И между прочим, да. Являюсь председателем первичной профсоюзной организации у себя, а также являюсь председателем инициативного комитета первичных профсоюзных организаций, фабрично-заводских комитетов, фонда рабочей академии. Чувствуете, у Путина вот название все там, а вот это вот. Вот у нас какие люди выросли. Вот, и хочу привести пример, это вот метрострой. Ровно год назад у них были коллективные действия в виде приостановки работы, но не запланированные, просто это все было стихийно. После этого инициативная группа товарищей выдвинулась к метрострою, собирали информацию, там было все понятно. И давали одни и те же, вот тоже, что мы сейчас обсуждали, мы те же самые рекомендации давали метростроевцам. То есть организоваться в профсоюз. Тоже шахтеры, фактически шахтеры, да. Да, то же самое.
Каждый должен был написать заявление, тем более у нас не выплата зарплаты, это уголовная статья, то есть, соответственно, прокуратуру, в суд написать все эти заявления, отнести это все массово. Но метростроевцы это все проигнорировали, они брали какие-то плакаты, бегали к Смольному, чем-то там махали. В итоге сейчас это все свелось к следующему. Их начальника непосредственно Николая Александрова на данный момент задержали. За ему вменяется хищение 320 миллионов рублей. Когда он говорил, что у меня денег нет, а они есть, он их похитил, и вот они есть. А метростроевцы опять взяли эту ту же самую шарманку, им в сентябре опять не платят деньги, и опять они вот ведут вот это все неконструктивную работу. Это сейчас они наверняка опять напишут какие-то плакаты и куда-то там пойдут к Смольному опять этим же махать. Хотя план, вот у них газета такая же точно газета, она первый номер вышел, и там прямо на первой полосе план, что надо делать. И ничего за год не поменялось, и план будет точно такой же, то есть создавайте профсоюз, пишите заявление, разрабатывайте коллективный договор, добивайтесь улучшения условий труда. То есть чувствуете, да, ситуация с шахтерами, ситуация с теми же метростроевцами, но это те же самые шахтеры, ничего не меняется, вся страна ходит вокруг одного и того же, ничего не могут делать. Хотя надо просто найти эту волю, организоваться и написать, да, хотя бы начать с коллективных действий. Начать хотя бы с индивидуальных заявлений. С индивидуальных заявлений. Но да. Коллектив должен над этим работать. Вот там товарищ хочет высказаться, да. Я думал, вы хотите взять слово и объяснить нам все. Очень, да, очень. Я хочу еще один пример привести. В Ногинске, под Москвой. Старинный, старый завод хлебобулочных изделий. Очень хороший. И хорошую очень продукцию выпускает. Ну вот им пришли наши товарищи. Московские члены Рабочей партии России. Очень толковые. Разъяснили им, что нужно делать. Что нужно приостановить. И то все разъяснили, все сказали. Они посидели дома и через неделю опять пошли работать за бесплатно. Так а почему? Потому что они себя ведут как холопы. Ничего другого сказать невозможно. Потому что они никак не поняли, где они живут. Потому что они раньше... Нет, они не поняли, что произошло. А раньше было государство. На государство они работали. Государство, кстати... 30 лет назад. Ну и что? Память об этом жива. У нас даже Ленин живой вечером. И вот, значит, раньше на государство работали люди. И знали, что государство заплатит. И платило государство. Такого не было, чтобы... Ну, я думаю, что начальники все полетели бы давно с работы. Поэтому люди спокойно работали. Они знали, что там вот думают о нас. А там думают о чем? Как карманы набить? Поэтому как они продолжают действовать так, как будто бы у нас социализм. А у нас капитализм с 1961 года. Это был переходный период до 91-го, а с 91-го уже чистый капитализм. Ну, если в переходный период еще можно было ссылаться, а вот мы думаем, что может все-таки он не перейдет, да где-то остановится, да затормозится этот переход, то уже с 91-го года, когда Ельцин даже поехал в Соединенные Штаты Америки, сказал, что мы разгромили этого самого, уничтожили этого коммунистического идола. В Конгрессе он это докладывал. А он был, между прочим, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Ельцин. Ельцин в 90-м году уничтожил Советский Союз. Верховный Совет России принял решение 12 июня. Вот 12 июня мы будем отмечать этот день. Что мы отмечаем будет 12 июня? Что вот Верховный Совет России принял решение о том, что на территории России верховенство законов России. То есть законы Советского Союза здесь, если они противоречат законам России, не действуют. То есть Советский Союз разрушила Россия, не Украина. И не Узбекистан, и не Беларусь, и не Таджикистан, и никто. А именно Россия. А? Донецк – это не Украина. Мы 5 лет пытаемся это доказать, шествия не может. Я про Донецк ничего и не говорю, я про Украину говорил. Я говорил, что Украина, не Украина первая, она позже всех, потом Белоруссия, а потом уже Украина тоже приняла такое же решение. А
потом они сговорились в голове. Да. А потом уже тогда это уже ничего не сговорились. Но если уже Верховные Советы решили, то они обязаны просто подписать. Что тут об этом говорить нечего. Я еще хотел один момент. Да, давайте. Внимание обратить рабочих. Юрий правильно сказал, капиталистам очень выгодно не отдать эти 300 миллионов вот, метрополитенам, а посадить наемного директора. Вот, вот все, он крайний, мы посадили, все, хлопаем в ладоши. Но вы так и останетесь без денег. У нас же там цена уже больше миллиарда. Им проще, чем отдавать вам этот миллиард, если вы не организуетесь. Просто найти там какого-нибудь Пушилина, там, министра угля, там, какого-нибудь директора ШАР. Вы все-таки все равно, вы хоть не о том говорите. Вот, вы меня, извините, не о том говорите. У вас нет ни одного человека, которому нужна зарплата. Нет, ни одного шахтера. Сколько заявлений написано? Мы только сегодня... Нет, сколько? Подождите. Поговорили. Нет, то, что вы поговорили, это разговоры. У вас нет сейчас ни одного заявления вот такого рода, что я приостанавливаю работу до выплаты мне зарплаты. Да? Я правильно понимаю? Вам никому зарплата не нужна. Не нужна. А есть люди, которым деньги нужны. Уважаемые люди. Уважаемые. Которые копейки собирают. Или я неправильно понимаю? Живете уже полгода. В этом-то трагедия полгода. Как раз. В этом трагедия, что... В этом трагедия, что да. Никто не... если есть, покажите хоть одно заявление. Да не, ну почему так вот? Мы только об этом поговорили. Ну, как это только вы об этом? А что вы делали до этого? Интересное дело. Переходите на сыроедение, пожалуйста, и на вегетарианство. Да. Переходите на сторону народа, товарищ Васковский. Там есть, одни протягивают. Ну, это сами знаете историю. Значит. Одним придешь, бьют, другим придешь, бьют. Это вечное дело. Они боятся, хотя, да. Так, дорогие товарищи, объявлен перерыв на 10 минут в соответствии с нашим графиком. Не, ну вот это надо осознать. Сегодня только составил это заявление, наконец-то уже ни у кого-то не хоть. Ну, вот. Ну. Разослал, какое заявление нужно писать? Не, ну значит, ну хорошо, но вы согласны, что вы? Нет, подождите, вот я буржуазный юрист. Я спрашиваю, кто-нибудь из вашего народа написал заявление о том, что ему нужно заплатить? Ну, вот. Никто. Ну что? Были только заявления. Так товарищ вас. Нет, так товарищ. Да это все ерунда. Вы даже своему начальнику не написали заявление о том, что вы приостанавливаете работу. Это же договор. Это у меня родственник один. В 90-х годах ходит на работу, ему не платят зарплату. А ему сын, он уже за границей живет, звонит. А мать говорит, да вон он на работе. Он говорит, а зачем он туда ходит? Вы деньги не платите, что там делать? Чтобы убедиться. То есть непонимание того, что ты идешь на работу, не просто так поработать, а за деньгами. А что так было? Давайте им еще и платный вход сделаем на работу. Вот я считаю, кстати. Надо собрать деньги и подарить работодателю. То есть вот, Александр Ильич, если бы это была ваша проблема, это все проблемы всей России. Всей России. Вот так везде в России. Вот. А вы еще не знаете, что сотни тысяч рублей не выплачены строителям космодрома «Восточный». Но там Рогозин стал возбуждать уголовные дела. И начали выплачивать. Ну, там та же самая проблема. То есть космодром сделали, зарплату не платят. Ну, там хоть в шахте не видно. В шахте не видно там людей. Ну, тут все на виду. Прямо. Как они под землю спускаются, если не платят зарплату? Там же сдохнуть можно. Да. Это же должен человек хотя бы сидеть. Вот под землю я бы рекомендовал спускаться. Спустился под землю, приготовился к работе и жду деньги. Ельцин и забастовка? Нет. Нету никакой связи. Как нет никакой связи? Если нет забастовок, появляются такие, как Ельцин. Так или не так? Нет. Как нет? Но если народ молчит, безмолвствует, то только надеется на выборы и на эти бумажки, на всякую ерунду. Ну вот, а есть люди, которые свои задачи решают. Ельцин решал свои задачи, американские задачи, чьи угодно, капиталистические задачи. Вот как больные люди. То есть есть вот люди, понимаете, как в анабиозе. Как людей выводят из такого состояния. Иногда вот бьют.
Как вывести из состояния? Шок нужен какой-то. Мне не заплатили даже 1500. Вот он говорит, вот мы собираемся. Ни одного же заявления нету, ни одного. 20 тысяч человек, им не выплатили зарплату никому, ни одного заявления нет. Значит, всех устраивает. Ну, могут, наверное, это делать. Ну, это же серьезное дело. Кто, а скажите, пожалуйста, без бумажки платят зарплату? Без бумажки никогда не платят? Не, я имею в виду, не то, что без бумажки. Ну, какая-то бумажка должна быть, или приказ директора, или заявление. Прошу оплатить мне то-то, то. Правильно? Ну, как без бумажки? Просто так взять и выдать деньги? Такого не бывает. Нет, я просто не понимаю, зачем работать? Если не знаю. Ты специально не можешь как-то я не знаю. Нажать. Да, я не понимаю тогда, зачем работать. Вначале покажите, что здесь устроится трудовой договор. Да. У вас трудовые договоры оформлены? Да. А если не оформлены, то что? Не важно, приступаем. Нет, а если не оформлены? Автоматически. Нет, вы закон-то знаете? Закон-то знаете? Если ты приступишь к работе, то значит, что значит автоматически? Заключен договор. Так заключен или оформлен? Заключен. Заключен. Считается, что заключен. Считается, что заключен. Да. А еще такие, вот шахта там, 1000 человек средненько, да. Мы любим такую. Вот 50 человек таких боевых написали, а все остальные не написали. А почему не написали? Вот, боятся? И, вот. Их убрали. Убрали, да. Перегнали с бесплатным на мизерную зарплату, очень загнобили там и все. Вот, а если это будет... Одно коллективное заявление, и пока оно все участки не... Если одно коллективное заявление будет, вот вас и уберут. Если будет одно... Обещали. А вы то обещали, а я вам рассказываю, что если вы никак с этой... С этой никак... Значит, вот эти заявления, 50, никуда не отдавайте. Вот отдавать нужно, тогда будет не 50, а 500. 500, понятно, что 50% коллектива. Вот пусть пока собирают заявления, а потом по команде будут отдавать. Вот это будет коллективное действие. А если вы один придет, два, одного пугает, второго пугает, третий, ну это надо что же думать, как отдавать? Значит, самособирание. Так надо собрать так, чтобы вы сразу вот сделали 500 заявлений, вот тогда подавайте. Вот тогда никого они не переведут. Куда они едут? 500 туда. Ну так и делайте 500. Так это будет бесконечно долго. Почему? Это у вас бесконечно долго не выплачивают зарплату. Бесконечно долго не пишете заявление, не собираете ни одного. Не нужна. Вы не собрали ни одного заявления, ничего не сделали. Что вы делаете там? Нет, так может он собрал бы. Люди не хотят писать сами. Почему? Не надо. Он к людям не обращался, не объяснял им. Почему к людям не обращаетесь, не объясняете? Я вот объясняю вам. Статья 7 целая вышла у него. А? У них во всех группах уже есть в социальной сети статья. Статья есть. А вот мы сейчас с вами обдумываем. Вот сейчас мы пришли обдумывать, как надо делать. То есть надо всем написать. И когда будет команда, которую вы должны дать, вот эти все вот 500 человек раз в один прекрасный день утром в хорошем настроении, раз пришли и подали, и сидят. Вот это будет сила. Вот это будет выступление. Но они не будет никакой забастовки. Они пришли и сидят. Какая забастовка? Ждем зарплату. Что делаете? Вот чтобы они правильно отвечали. Что делаете? Вот вы что сейчас делаете? У нас не уйдут. Как ничего? Где они могут ждать? Я не важно. В кодексе написано, что если перестановка работы, не обязательно ты должен работать. И у нас написано не обязательно. А вы как? Да, вот вы будете дома находиться, и ваше место займут какие-нибудь другие люди. Или ликвидируют. Штрихбрехеры придут. Но у нас нет резервной армии рабочих. Ну как вы думаете? Вы хотите коллективные действия сделать по домам сидеть или на шахту прийти? Ну о чем вы говорите, товарищ Васковский? Вы что делаете? Ну как вы кого хотите организовать? Рабочий класс хотите или каких-то домашних? Ну так я никому не советую оставаться дома. Ну как дома? Вы должны реагировать же на эту обстановку. 500 человек пришли на работу. 500. И эти 500 человек, значит, сказано, значит, до скольки? До 11 подали бы заявление. Если литьевой подъем не будет работать, они в шахту не опустятся. Но придут в шахту управления. Почему они не опустятся? Ну, вот они пришли. Кто их опустят? Нет, подожди. Кто их будет опускать? Они в шахту управления пойдут. Нет, подождите. Они в шахту управления пойдут сдавать? Заявление? Или внизу? А у них начальник есть там непосредственно? Да, в шахтоуправлении, да. Ну, на поверхности. Только на поверхности? А внизу нет у них? Ну, значит, и не надо им опускаться. Ну, и хорошо, пусть не опускается.
Нет, так а садитесь и ждите ответа. Ну, на поверхности получается. На поверхности. Просто садитесь. Где лучше всего? В заводоуправлении. Ну, пришли в заводоуправление. Но не, вот если вы все вместе пришли, коллективно, и вы начальник, и организатор, это непонятно что, разгонять. Вот. А каждый отдельно сам по себе пришел. Не, у них есть. Я пришел, он пришел, вы пришли, все пришли и ждем. И я хочу немедленно, вот думаю, что сегодня заплатят. А пусть скажет, когда зарплатят. Я уже заявление дал, пусть скажет. Ответы я могу получить тогда? Если я лично отдал, то я от начальства хочу сегодня ответ получить. Правильно я понимаю, нет? А почему этого нужно ждать? Это вопрос-то уже ждали мы, уже мы дома ждали. Уже это все эти периоды прошли, невыплаты. И уже просто вот тут конец, финал. Вопрос еще один. Попадают все эти заявления директору, ну, в нашем случае шахты, действия директора, он же должен какими-то приказами это урегулировать? То есть никаких разработать... приказов для выплат зарплаты, никаких не, приказов не надо. Он должен теперь письменно дать ответ каждому. Каждый. Письменно. Ну, во-первых, он должен письменно дать ответ. Да. Он должен, что да, что шахта приостановлена в связи с тем, что... Нет, это вас не интересует. Да, это вас не интересует. Он вам должен ответ дать. Вот вы читали наш кодекс, там что написано? Они же тоже как-то должны действовать. Нет, подождите, что написано у нас в кодексе? Что работник приостанавливает работу до какого момента? До получения письменного уведомления о том, что вам, Иван Иванович, завтра будет выплачена зарплата, выходите завтра на работу. Вот чего вы ждете. Вам не надо никаких разговоров про эти ваши специфику, про ваши трудности. У нас трудности в семье. Вам нужно рассказать, как дети мои живут. Ну, что вы на это? Мне не надо, я ничего и слушать не хочу. Я хочу одно знать. Давайте ответ, когда мне выходить, когда будет зарплата, и в этот день я и выйду на работу. И все. Больше ничего мне нет. Ничего больше другого я... И чтобы другое и не слушали, и даже и засвистели, и не надо нам эти все сказки. Или так написано в российском законе. Вот почитайте еще раз там. Очень хорошо написано. Почему написано? Потому что этот результат, это получилось в результате того, что были действия такие, что люди садились на рельсы, брали железные палки и останавливали поезда на Транссибирской магистрали. И на них были заведены уголовные дела. А потом, когда их завели, тогда поняли, что люди эти возьмут палки и пойдут уже по головам тех, кто завел эти самые уголовные дела. И все это уничтожили, эти уголовные дела, зарплаты прекратили. Вот, а у нас же было по полтора года не выплачивал. Полтора года не выплачивалось. А у вас сколько? Получается 3 месяца. Ерунда у вас вообще. Пустяки какие. 3 месяца не поели, подумаешь, какое дело. Хотя жить человек должен, чтобы жить... Больше, чем 40 дней он не должен протянуть. Что-то у вас какие-то закрома. Закрома какие-то есть у шахтеров, наверное. Какие-то богатства. Или народ жилицы такой. Это, может быть, у вас новая порода людей там, которые могут жить без зарплаты. Так, готов, да? Так, можно? Значит, продолжаем, товарищи. Значит, слово для информации имеет Худовиченко Марат Сергеевич. Вы, наверное, его знаете, он ведет такой сайт, который называется «Академия смыслов». Лоббио. Пожалуйста. Название сайта www.igripod.ru. Мой телефон, как меня зовут. Что я хочу сказать вам и с чем обращаюсь? Те, кто хочет заняться продвижением красных смыслов, я хочу предложить вам стать модераторами, поскольку у сайта есть группа ВКонтакте, есть группа на Фейсбуке, есть группа в Одноклассниках. Соответственно, кому какая соцсеть интереснее, просто свяжитесь со мной здесь. Я вам дам потом модераторские права, потому что нужно по банальному выкладывать видеозаписи туда, выкладывать аудиозаписи, приглашать людей в эти группы, отвечать на их вопросы, связанные со всем тем, что вы здесь проходите, изучаете. Вот. Поэтому, кто хочет, пожалуйста. В чем смысл этого? Продвигать и работать, потому что продвижение красных смыслов – это то, что сейчас нужно делать. Потому что люди не знают ни что такое ленинизм, ни что такое марксизм, ни что такое коммунизм, ни что такое социализм, ни что такое капитализм. Они знают ничто.
Но есть слушатели Красного университета, которые знают все. Не, они Красный университет знает, что он начинается с бытия, а не с ничто. Дальше они могут это все разворачивать постепенно и потихонечку. Вот. Поэтому, уважаемые слушатели Красного университета, кто хочет, выходите на контакт, welcome, и дальше задумываем эту работу. Все, спасибо. Так, вот у нас тут есть... Ничего нет. Есть, да, спасибо. Так, еще можно минуту? Да, пожалуйста. Ничего не понял. Мы сейчас на сайте Лобио, на канале Лобио в Ютубе, ВКонтакте, в группе и так далее, выкладываем все наши записи, которые мы делаем. Это беседы по диалектике, это уроки СССР. Сейчас мы начали цикл по новейшей политэкономии. Потом те видеокурсы, о которых я говорил, будем выкладывать. Делаем там перепосты. Есть какие-то просмотры, но их количество нужно увеличивать. Нужно увеличивать количество подписчиков и людей, которые смотрят именно это. И здесь мне нужна помощь, потому что я не просто не успеваю по банали. Поэтому кто хочет помочь, на контакты и дальше договоримся, кто что делает. Хорошо, понятно. Зарплаты не будет. Спасибо за вопрос. Счастливо. Так, вот у нас тут было сделано заявление товарищам, который очень удивлен из наших слушателей, что как это так, это вот не платят зарплату. Говорит, у нас такого, чтобы не платили зарплату, да не вообще никто не двинется с места, даже рукой никто не пошевелит, если он на рубль ему не выплатит зарплату. Пожалуйста, вам слово. Не знаю, у нас просто как только... система построена в фирме, я объясню. У нас резко всех перевели на ИП, каждого. Соответственно, тебе туда выплачивают. Ну, вы, наверное, фирму можно сказать? Не секретная ваша? Фирма Skynet интернет. Skynet. Каждый работник, ну, я не знаю, как в офисе, но именно те, кто выполняет физически вот, подключение интернета, настройка, замена оборудования, потом выстроение сети, да, вот это все. Соответственно, если у нас какие-то идут штрафы, еще чего-то, у нас просто все заполняют Word, пишут почти все, ну, я не знаю. Большая часть точно, человек 120-130. Каждая, за каждую обзванивает всех абонентов, кто не выложил, не положил деньги. Лично их никто не просит, никакая фирма. Заставляет людей за невыполненную работу, вот абонент не положил деньги. Они ему лично звонят, находят телефон и звонят, чтобы он положил деньги. Фирме наплевать, положил он, не положил, вообще плевать. И, соответственно, если начальник какой-то, даже начальник всех бригадиров, допустим, то есть там 6 районов, ну, примерно, не помню, сколько районов, я в одном работе. Они звонят начальнику бригадиру, бригадир говорит, это начальник всех районов, ему наплевать. Просто берут номер, у нас все завязано на Телеграм. Ты в Телеграме можешь найти, написать там такой-то, такой-то, там есть его номер, ты просто через Телеграм звонишь и говоришь, чего вдруг мне вот за это, они заплатили вот за это, ты можешь прийти к нему в офис и свободно с этим, об этом договориться. Никто тебе не пошлет, ничего. Даже можешь это поспорить, я не знаю, вот это чушь, честно. Что там 20 тысяч там, человек. В смысле поспорить? Ну, поспорить можно. Ты можешь ему напрямую позвонить, спросить, сказать, почему мне не выплатили зарплату, я не буду вот это делать. Потому что? Ну да. Нет, не потому что. Ну, скажи, нет денег, хочешь денег. Ну, не что, может такого. Ну как не может? Ну отлично. Ну как не может? Ну тогда дома работать не будут. У нас каждый район привязан к конкретному человеку. 10-20 тысяч. А у человека ИП, да? Открытого. Он может суд подать, не спокойно. Ну так у вас отношения регулируемые трудовым кодексом. Не трудовой кодекс. Это не трудовой кодекс. Давайте так я объясню тогда, что человек может сделать физически, не юридически. На тебя вешают 20 тысяч квартир. Ну, на вас повесили. На каждого человека. Ты можешь спокойно это все оборудование отключить. Другого. Есть ключи только у тебя. Но они это прекрасно знают. Найдут другого, которого тоже будут ключи, он берет и включит вместо вас. Нет, у него нет. Но если вы выключите, вы просто не сознаете масштаб того разгильдяйства, который у нас в стране. На самом деле. Рабочие просто понятия не могут, они своей приостановкой тоже таким же образом отключают. Конечно. В данном случае отключаются 20 тысяч абонентов. То есть конечно, шахтеры не дали угля, то отключаются электростанции и уже металлургические заводы. Это уже совсем другие последствия. Они просто не могут. Вот поэтому и не должно быть
никакого общего заявления от всех шахтеров. Потому что каждый шахтер просит просто выплатить ему индивидуальную зарплату. Ни один шахтер ничего не отключает. А нет, вопрос, правильно? Там вопрос в том, что если я подал заявление. Переводит на ИП, чтобы убрать эти трудовые заявления. Ну, там, да, юридически немножко... Это другая, другая немножко система, да. Вы уже индивидуальный предприниматель, и вы уже на эту статью кодекса не можете опираться. Да, я могу договорить то, что... Да, можете. Даже у нас все стоит в сейфах железных, все оборудование. Даже дубликаты все у тех же людей, которые там служат. У них нет ничего. И все договоренности, у нас каждые дома, председатели, жилконторы, они этих людей, которые вот именно сами фирмы водят, не видели ни разу, они знают только тебя. Да. То есть как бы ты по факту для них представитель. И что? То есть ты можешь вот так все, всю сеть района. Человек говорит то же самое, что вот то же самое у шахтеров, у них весь уголь. Ничего нету у тех начальников, которые командуют шахтерами, ничего нет в руках. Поэтому картина на самом деле такая. Это напрасно вы так думаете, что это другое. Именно то же самое есть. Все остановится, если шахтеры не выдадут уголь. Но не надо это делать в виде забастовки, когда это урегулировано, а надо делать так, чтобы каждый это написал. И тогда никакому, ни одному человеку нельзя сказать, что вы остановили. Я не остановил. Вы дайте мне зарплату, я пошел работать. Вы виноваты, что я? Вы. Надо переложить вину на тех, кто не платит зарплату. Вы нарушили закон. Вы не платите зарплату, вы остановили мою работу. Я-то без зарплаты не могу работать и не буду. Поэтому вы остановили мою работу. Вот как надо поставить вопрос. Так, ну хорошо. Значит, давайте теперь мы, значит, как бы мы с вами рассмотрели одну тему. Тему такую, что это все, на самом деле, не подпадает под понятие забастовки. Почему? Потому что это урегулировано законодательством, на самом деле. Но если кто-то не хочет пользоваться законом в своих интересах, ну, как бы буржуазному государству на это, так сказать... Наплевать, так сказать, это ваше личное дело. Не хотите, не пользуйтесь. Вы не просили, вам не дали. Вы не требовали ничего. Ни одного заявления нету. Даже неубедительно. Вот вы рассказываете, 20 тысяч. Чего? Как пока? Вот вы говорите, так вот мы находимся в таком ужасном положении, столько времени. Никому не надо денег. Денег никому не надо. Я так понял, зарплату. Вот я как юрист, если я встаю на позицию юриста, я формулирую так. Вам никому не надо денег. Ну, так выглядит сейчас ситуация. Да? Ну так. Но если вам надо, то напишите заявление. Вы же не написали и не приостановили. Я не понимаю. Я как юрист не понимаю. Вот у вас есть договор. Договор не выполняется. Почему, если другая сторона не выполняет, вы выполняете ту сторону? Что тут? При чем тут работодатели? При чем? Просто любой договор вы возьмите. Мы договорились вот с ним. Договорились, я делаю, и он делает. Он не делает, я не делаю. Что тут непонятно? Я не делаю, он не делает. Но только если обе стороны выполняют устный договор, письма, это безразлично. Потому что, допустим, у нас никакой бумаги нет. Но я вижу, что он не делает то, о чем мы договорились. Говорит, хорошо, и я также руки сложил. И все, до свидания. А он видит, что я наговорил, красиво так все говорил, а делать ничего не буду. Он раз, так сказать, посмотрел искоса, и все остановился, и весь рассказ. То есть вот это надо, чтобы люди осознали. Это работа какая? Это просветительская работа. Вот то, чем мы занимаемся и в Красном университете в том числе. То есть мы должны людям объяснить, что вообще происходит, чтобы они поняли свое положение здесь. Что если вы живете в капиталистическом обществе, не надо, вы так, даже когда вы работаете и получаете зарплату, вы гигантские прибыли создаете для капиталистов. Правильно? Почему? Потому что, вот скажем, по данным российским, за 40 минут рабочие создают эквивалент своей зарплаты. А остальное время, 7 часов 20 минут работают, если они не перерабатывают, работают на капиталиста. Когда им показалось мало, и, сказать, они участвуют еще в том, чтобы все 8 часов отдать капиталисту. Но это уже через край. То есть возмутительно не действие капиталиста, возмутительно то, что товарищи рабочие, которые, так сказать, потенциально должны там установить свою власть. Какая там власть, если они действуют, ведут себя как покорные крестьяне, да, работающие на помещика. А они должны понять, что капиталист – хозяин средств производства, а не вас, вы лично свободные.
Поэтому право и поэтому и урегулировано это. И поэтому, вот мы переходим еще и к забастовкам, право на забастовку прописано в Конституции. А в чем смысл этого? Что? А тот же самый смысл. Если не выполняются требования, то у нас труд непринудительный. Не при любых условиях мы обязаны работать. Нет обязательства трудиться. Нету при капитализме обязательства трудиться. Вот если мы договорились, то мы вот работаем. Но если нас не устраивают какие-то условия, уже, теперь уже другие совсем, может быть, уровень зарплаты или уровень условий труда, тогда мы не будем работать. Что значит не будет? Это будет забастовка. Баста, хватит. А вот другое дело, что когда вы нанимаетесь на работу, вы тут ничего не можете делать. Ничего. Когда вы нанимаетесь на работу, вы представляете, это титан, организация капиталистическая, а вы один. И не, даже если вот есть какие-то нормы законов, что вы можете судить, вам судья объяснят, да он на меня кричал, или там то говорил, и найдут свидетелей. Вы ничего не добьетесь на уровне приема на работу. Но вот когда вы в коллективе уже, вот коллективные действия дадут, но коллективные действия не состоят в том, чтобы один писал за всех, а другие только подписывались. Хорошо устроились, они будут подписываться на заявление. Идите напишите своими руками, черными, так сказать, вот с углем. Вот напишите, да, оценить будете бумажку эту. И так, и она тогда будет действовать. Шахтерская бумажка она будет. А так она не шахтерская. Вот задача, которую мы должны решить. Так, ну давайте перейдем теперь вот к тому, к второй теме, которую мы обозначили. Вот Григорий Вячеславович, он представился. И, так сказать, смысл того, о чем хотел сказать, что, ну, если речь идет о действительно о забастовках, то, наверное, надо подумать, за что вообще выступать. Если у вас ничего серьезного, так сказать, не сформулировано, за что выступать, так нечего затевать такое серьезное дело. Я правильно понимаю, да? Да, потому что, вот опять же, взять сейчас ситуацию с шахтерами, с нашими питерскими шахтерами под названием метростроевцы, то есть, опять же, если вернуться в прошлый год, именно в декабрь месяц, и вот в январе вышла непосредственно газета там по метрострою, там один из пунктов ключевых было то, что надо написать проект коллективного договора. То есть, если уж рабочие организуются, то надо за что-то бороться. То есть цели, этих целей может быть достаточно много и должно быть достаточно много, потому что организовать забастовку ради какого-то одного пункта, дайте нам зарплату за какой-то там месяц один, это вообще ни о чем. Поэтому для того, чтобы это осуществить, именно что это такое должно быть, это должен быть коллективный договор. Причем, знаете, вот сейчас чиновники, с которыми мы сталкиваемся, как профсоюз... Проект коллективного договора. Проект коллективного договора. А требование состоит в том, чтобы этот вот проект принять. Да, принять. Ну и вот у нас чиновники любят съехать с темы, то есть давайте примем какую-то дорожную карту, например, такую ерунду придумывают. То есть вот давайте подпишем дорожную карту. Ну, по дороге ваши денежки и потеряются где-то. Да, где-то. Да, машина ехала, там они высыпались. Нет такого юридического. Это юридическое понятие? Нет, нет, это ничего. Да, это нет такого, нет. Вы придумывали какую-то ерунду. Вот мы выполняем дорожную карту. Знаете, это так на уровне, то есть если ты не выполнил дорожную карту, которую на тебе, это, как бы, тебе написал Путин, то вот одни последствия. А если мы с работодателем написали эту дорожную карту, и он не выполнил, ничего, ему ничего не будет, нет никаких. Потом есть такие понятия, как устные соглашения, давайте мы поверим, еще какие-то моменты. То есть вот на этом у нас основном все заканчивается. А что Ленин насчет поверим говорил? А учеваю, да, типа? Не помните? Что Ленин, Григорий Вячеславович, по поводу веры в экономике, что он говорил? Что кто-то дурак, полный дурак, идиот, нет? Что-то ну, примерно. Ну, как это? Красиво это было. Так. Тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Круглый дурак. Это в одном месте, а в другом месте по-другому. Тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. Других вариантов нет. Да, поэтому вот эти вот все моменты, что там дорожная карта... Мы вам заплатим. Да, да, да. Только идите работайте, сейчас все идите, будет. Идите работайте. Нет, не сейчас, но будет. Ну, все будет. Да, вот сейчас. Давайте расчертим это все. Будет. Вот вы умрете, а я останусь. 10% в следующем месяце, 20%. Вот непосредственно случай с Карелией. То есть в Карелии... Как это в следующем месяце? Что это такое? Вы уже, у вас долг по зарплате, а вы какие-то куда-то вперед, какие-то месяца. Ни о каких месяцах речи не может быть. Почему? Сейчас дорожную карту нарисуем с вами.
Вот нарисовали в Карелии дорожную карту с медиками. Они в марте месяце ее нарисовали, все это по пунктам расписали. А куда дорога-то? Чего? А дорога-то куда? Дорога в никуда. И в итоге все, что расписали к августу месяцу, с марта не было выполнено ничего. И только после угрозы забастовки подействовало, они выполнили только один пункт из того. В законе нет такого пункта, что бастовать в связи с невыполнением дорожной карты. Да, нет. Нет такого. Нет. Бастовать можно за выдвинутые требования. Если у вас требования есть, нет, а за карту такой нет, забастовки заходят. Ну, понимаете, это все просто размывание повестки. Нет, это люди, так сказать, ловятся на какие-то такие наживки, на которые рыба бы не клюнула. Ну как вот, это грамотные люди, все вот врачи с высшим образованием. Ну, трудовой кодекс прочитайте, нет. Там же написано. Что? Врачи что не поддерживают. Такое? В основном основная идет именно сила от медсестер, санитарок и фельдшеров. Врачи стоят как обычно в стороне везде, в том числе. Пусть стоят в стороне, но пусть прочтут кодекс. И в кодексе написано, что такое. Еще раз, давайте еще раз напомним понятие. Вот все-таки здесь мы в Красном университете. Что такое забастовка? Еще раз, вот так, чтобы это звучало хорошо. Что такое забастовка? Не скажу, как понятие. Как не скажете? А вы уже говорили. Я не дошел. Нет, вы уже говорили. Это написано прямо в Трудовом кодексе, в законе. Это полное или частичное. Частичное может быть на час в день, на полчаса. На нервах это очень играет. Вам обязательно полное нужно? Нет. Нет, вот вы скажем, идите, выезжайте, срочно выезжайте. У нас частичное прекращение работы на 15 минут. 15 минут даже не подходите ко мне. А знаете, как действует, знаете? Вот сейчас 15 закончился, тут вы одеваете халат и поехали. Все СМИ раздуют. Там целая процедура для этой забастовки. А это дует. Но сама забастовка, это может быть частичное прекращение работы. Кто устанавливает продолжительность прекращения работы? Забастовочный комитет? Нет. Забастовочный комитет может поменять эту продолжительность, устанавливает конференция. А вот после конференции, когда уже есть забастовочный комитет, он за 3 дня уведомив администрацию, может изменить форму забастовки. Сказал так, не 15 минут будет теперь, а 20 минут. По-живому режете. 20 минут. Потом, значит, прошло некоторое время, 2-3 дня. Так, забастовочный комитет принимает решение и уведомляет администрацию, что через 3 дня мы меняем форму забастовки, будет 27 минут. Это еще больше, чем если бы вот вы целый день стояли. Целый день стояли, начали вы искать кого-нибудь, чтобы сюда, чтобы они начали вместо вас делать. А тут вы все на местах, и все занято, ничего никуда не денешься. Вот докеры никогда полную забастовку не делают. Зачем это нужно? Вам зарплата должна идти за время работы. А время, на 10 минут вы там меньше проработали. Много ли вы потеряете в зарплате? В смысле количества? Мало. А представляете, как себя чувствует администрация? Администрация чувствует потерю управления. Все. Она не управляет. Управляет забастовкой. Вот что страшное. Она из рук у нее выпало, так сказать, рулевое колесо. Рулевое колесо уже забасткома. Вот что очень важно. Полное или частичное прекращение работы с целью достижения заявленных требований. Но если вы заявили какую-нибудь ерунду, то вы здорово бастуете, а получите ерунду. А если вы сделали проект коллективного договора и бастуете за то, чтобы принять этот проект, ну тогда у вас жизнь другая будет в случае удачной забастовки. Правильно? Поэтому очень важно... Ну вот не спешить с этим делом, что вот мы сейчас начнем. Так что начнем? Вы не готовы, у вас нету. У вас есть проект коллективного договора в вашей жизни? Улучшение вашей жизни? Есть. Есть. Зарплату? А? Зачем тут зарплату? Да зарплата это знаете, что такое зарплата? Да люди не подумали, а у вас вечно будет такая зарплата, что ли? Она даже улучшаться не будет. Что это за жизнь такая? То есть вы уже работаете 10 лет, 15 лет, 20 лет. И что, жизнь так и не будет улучшаться? Ну, это же все, конец. Жизнь должна же лучше. Кто ее может улучшить? Основное требование, так называемая зарплата была, да? Нет, основное требование. Нет. А вот давайте ответит, Григорий Вячеславович. Какое
Основное требование. Ну, у нас основное требование – это заключение коллективного договора, а конкретно в коллективном договоре там масса требований. Поэтому, основное это, улучшение условий труда, и это вот с этого все и начинается. Потому что если ты пришел на работу, а тебе там кран упал, не отремонтированный, и ты на этом закончил свое существование, зачем зарплату тогда получать? Поэтому там очень много пунктов. Цветы на похоронах можно принести. Ну да. Заработать на похоронах семье, кстати, можно заработать. Там родственники скинутся и в гроб положат. Классная вещь. Вот. Ну и вот этот проект коллективного договора, который написан, он может даже, в принципе, всегда быть на руках хотя бы у кого-то именно в коллективе. Потому что когда начинаются стихийные действия, писать коллективный договор уже времени нет, а тут появляется человек, который говорит: ребята, ну что вы поднялись ради вот одной какой-то ерунды, двух-трех. Вот есть классный проект, давайте вот его за это дело бороться и что-то делать. Но надо еще, так сказать, отметить, что в методику работы и подготовки, забастовки входит и то, что нужно, кроме вот этого коллективного договора, в котором все проработано, сделать выжимку не более чем на страницу. Не более чем на страницу. И в этой выжимке, чтобы из нее человек, вот я держу в руках коллективный договор, перед вами выступаю, а зачитаю одну страницу. Вот зачитайте одну страницу выжимки. Да, ну, в общем, здесь... Зачитайте. Это моя выжимка, но здесь, видите, 15 пунктов. В принципе, это вот был первый вариант. В дальнейшем это все сократилось до 7. Потому что 15 пунктов, когда ты приходишь в коллектив или в небольшой, очень долго рассказывать и не нужно. Вы нам 7-пунктную не принесли выжимку? 7-пунктная, вот у меня здесь дальше есть. Так можете ее зачитать? Зачитайте, пожалуйста. Я объясню. Видите, я, например, не прячусь. Тут вот видите, на каждом таких было много вообще, сотни таких листочков. Видите, все мои координаты записаны, совершенно ничего это на мне, естественно, никак не повлияло. И когда коллективный договор не удалось заключить, именно проект, который просто, в принципе, выкинули, то сейчас у меня идет стадия такая, что сейчас мы идем коллективом на изменения в уже действующий коллективный договор. То есть, чувствуете, борьбу за улучшение условий своих улучшение условий труда можно вести постоянно. И вот, соответственно, поменялась методика. Да? Но методика, в принципе, та же самая. То есть выжимка с объяснением, что... И вот видите, тут осталось всего 6 пунктов из вот этого. Потому что в процессе агитации понятно, что вот это избыточно. И сейчас... Слишком хорошая жизнь будет, что ли? Нет. При агитации. То есть кому интересно, он может прочитать целиком коллективный договор. Он всегда у меня под рукой. А именно, чтобы заинтересовать людей, вот я прихожу и говорю, что, ребята, вот смотрите, администрация, вы постояли в стране, администрация вот реально у меня на предприятии, в больнице, сократила нам за вредность отпуск с 14 до 11 дней. Для нас, для медиков, это очень серьезно, потому что у нас медики умирают до 50 лет на 40% больше, чем остальные группы населения и работников. А нам это сократили, понимаете? То есть, и, соответственно, появился вот этот пункт, мы просто не знали, что вот таким образом, вот так вот беспринципно, по-хамски себя начальство поведет и просто сворует у нас эти дни. Ну, вы нам зачитайте эту свою выжимку, а то... Выжимка: продолжительность отпуска за вредность вернуть на прежний уровень. Стимулирующие выплаты 30% от заработной платы, прозрачный фонд оплаты труда. Все работы выходные дни с оплатой в двойном размере. У нас это продавили в нашем коллективном договоре. Продавили, просто приходят не то, что, а просто бесплатно работают. Это у вас требования это вообще какие-то, чтобы жизнь ваша не улучшилась. Значит, зарплату, такую же условия вернуть на тот же уровень, который был. Зарплату вернуть на тот же уровень, который был. То есть вы за то, чтобы жизнь никогда не улучшалась. Я правильно понял? У меня дальше, смотрите. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору по диспансеризации по обслуживанию иностранцев, по обслуживанию граждан из других регионов. Этот пункт вставлен потому, что этот пункт как раз увеличит наши зарплаты именно где-то на 30-50%, потому что так ситуация складывается, что если администрация выполнит этот пункт, еще раз говорю, зарплата увеличится конкретно. Это сейчас просто типа этого нету. И согласование с профсоюзом всех вопросов, касающихся членов профсоюза. Сейчас это просто мотивированное мнение, больше ничего. Причем они даже, как говорится, все опускают. То есть вот эти моменты, если это все
исполняются даже вот эти 6 пунктов, мы увеличимся, ну, улучшим условия труда, увеличим зарплату по сравнению с тем, что сейчас есть, очень серьезно. Почему то есть... именно для членов профсоюза? Не для всего профсоюза. Если а для того, чтобы шли люди в профсоюз. Не хотите идти в профсоюз? Вот члены профсоюза, и, сказать, и вылучат. То, что кто коллективно боролся, тот и выиграл. А кто стоял в стороне и смотрел, получится у них или не получится? И, так сказать, сочувствовал. Ну, тот пускай дальше сочувствует. Да. Но может войти в профсоюз. Вас же никто не запрещает вам пойти в профсоюз. Это разве проблема? А тут некоторые начинают считать, я буду взносы профсоюзные платить. А зачем мне это надо? Ну, раз не надо, и сиди там. Но я думаю, один пункт требует разъяснения. Все знают, товарищи, что такое согласование с профсоюзом тех вопросов, которые затрагивают работников. Вот представьте себе, что составлен хороший коллективный договор. Согласно этому договору повышается заработная плата, сокращается рабочий день, увеличивается отпуск и так далее, и так далее. И много-много всего хорошего. Но товарищ работодатель, так сказать, активных участников этого всего процесса решил раз и принял решение, что вот поскольку вы тут выступали, что вот вы все вот так, все, вы уволены. И ключи ваши мы заберем, и шкафы у вас заберем, не волнуйтесь, это не проблема. Ничего страшного. Ну, все понятно, да? Значит, так вот в чем смысл учета мнений? Смысл учета мнения в том, эта процедура теперь прописана в кодексе очень во всех местах. И в разных местах, и по-разному. Вот. Она состоит в том, что вот просто так нельзя вас уволить. А вот сначала в профсоюз отправляется бумага, проект о том, что уволить Иванова. Профсоюз говорит, нет! Причем я отправлять бумагу должен, если я работодатель, с обоснованием. А профсоюз не может сказать просто «нет», он должен мотивировать. Ну, то есть от него много не требуется, но хоть как-то объясните, почему «нет-то». Вы объяснили. Если вы написали «нет», я могу уволить? Нет, еще не могу. Я должен с вами встретиться и провести согласование. Приходите завтра ко мне в кабинет, мы будем пить кофе. Как только мы кофе с вами попили, консультация прошла, и я теперь уже могу его уволить. Все. А вы можете обращаться куда хотите. В ООН, там, в комиссию по правам человека и куда. А если это согласование записано, как вот товарищ Бобинов, он вот такой, кажется, он такой добрый, а он злой. Он написал там согласование с профсоюзом. Это что значит? Решили его уволить. Значит, я подготовил проект приказа. Приношу Бобинову, как председателю правкома. Он говорит... Берет ручку, пишет, не согласовано. Пум, все. И все. И его нельзя уволить. Потому что если можно людей увольнять, тогда и все красивые картины, как будет жизнь улучшаться у коллектива, они, конечно, интересны, но смотреть на них со стороны уволенным грустно. Поэтому... Страховка. А тем более, это и страховка, и это еще и гарантия того, что у вас люди будут защищены. Вот поэтому докеры, они могут разные... упустить пункты там на переговорах там, в порядке смягчения, там, в порядке даже сдачи позиций, но вопрос о согласовании с профсоюзом держит. Поэтому что получилось вот на первом контейнерном терминале? Поскольку, значит, там есть единый орган представительный, ЕПОР, единый представительный орган работников. И туда входит руководитель профсоюза докеров, он председатель, и заместитель председателя, руководитель профсоюза работников водного транспорта. Это работники механизации. И вот они вместе, значит, составляют этот самый ЕПОР. И если и они, так сказать, бастуют до тех пор, пока не будет этот пункт вот вставлен. То есть, а раньше он стоял, даже он до 2002 года стоял в Кодексе законов о труде, еще уже в буржуазной России. А теперь его из закона вытрясли. Но... согласно закону о коллективном договоре или согласно тому, что пишется о коллективном договоре в законах, в нем могут быть условия лучше, чем в законе. Поэтому если вообще, так сказать, учет мнения, то тут согласование. В итоге всех нечленов профсоюза, вот вы спрашиваете насчет профсоюза, всех нечленов профсоюза всех уволили, потому что они, так сказать, не требуют согласования, не защищены. И на первом контейнерном терминале остался коллектив только из членов профсоюза докеров и профсоюза работников водного транспорта.
Еще хочу рассказать о такой ерунде. Вот, например, люди на местах не могут организовать профсоюз по одной банальной причине, что они не знают, как это все дело оформить. То есть вот затык начинается уже с того, что вот какую бумажку написать. Ну вот это я опущу, но вот хочу рассказать о такой вот форме. То есть если коллективный договор на предприятии уже есть, но вы хотите изменить что-то, то вот составлена такая форма, и я дам эту форму, ну, соответственно, Сергею Викторовичу, он все это приделает к ролику, называется «Предложение работников по изменению и дополнению коллективного договора». То есть она достаточно простая, вот видите, я как бы вот вам раздам. Да. Как вы видите, тут просто очень все просто. Берете, ну, первый пункт под пункты, да, первая графа, потом первая колонка, вторая, содержание изменений и дополнений. То есть вы пишете, начиная со слов, ну там в таком-то пункте, начиная со слов таких-то, меняем на тот. Или, например, пункт 1.3 исключить полностью. И в последней колонке пишете, как должен этот пункт звучать в принципе. Сколько таких пунктов может быть? Но вы можете, если у вас сильный уже как бы коллектив, и у вас идти до конца, соответственно, их может быть много. Ну, и именно что касается изменений в коллективный договор, начните хотя бы с того, что вам понятно, что вам ближе. Но опять же, надо толкаться от проекта коллективного договора. А что значит идти до конца? Это что вы такое так имеете в виду? Это уже не чей конец? Чей конец? Кому конец будет? Нынешнего строя. Ну что-то можно? Ну что-то. Я и цепляюсь, что вот я бы сформулировал не идти до конца, а понимать, что это беспроигрышный вариант. Хуже-то не будет. Да, хуже. Может, не добьетесь вы. Но вы бились, но не добились. Но это означает, что планировалось вообще большое снижение жизненного уровня, ухудшение всех условий, а вы сохранили, по крайней мере, на прежнем уровне. Может и такое быть, потому что вы не знаете, в какой обстановке вы находитесь, потому что, может, собирались закрывать, а теперь не получилось закрыть и так далее. Собирались все отнять, а сняли только мало. Поэтому разные могут быть ситуации. А в смысле до конца, то есть надо использовать те возможности, которые есть. Причем, что очень важно, что вот мы сейчас говорим, что надо составить проект коллективного договора. Вы его составили и пошли на переговоры, а вы слабые, новые, не умеете, не получилось. Или люди, так сказать, не сорганизовались. И что дальше? Все, проиграли, конец? Нет. Сегодня закончился переговорный процесс по коллективному договору. Завтра утром просыпается администрация и несут уже проект изменений и дополнений коллективного договора. Вот в такой форме. И начинается снова. То есть, что нужно делать? Люди уже понимают, что вот мы сдали позиции по какой-то ерунде, там не доработали, давайте что-то изменим. Что делал балда? Веревку крутить, чертей мутить. Да. Все время. Да. Не давайте покоя. Никакого покоя. Пока не добьемся, нет, будем все это делать. И для этого вот есть форма, то есть не надо опускать в руки, вот она форма перед вами. Есть форма и есть песня, и вся-то наша жизнь, есть борьба. Ну и вот еще такая я форму принес, тоже такая она очень интересная, это представление интересов работника. То есть посмотрите, это, например, люди начинают, нет, мы не будем вступать в ваш профсоюз, очень большие взносы, еще какую-то ерунду, мы боимся, у нас нет воли. Это, соответственно, написано по соответствии со статьей 30, нет уж актера воли-то, умирать в шахтах умеют, а там вылезли на поверхность и все, и ползут на карачках домой, да, я так понимаю? Стоят на коленях и ждут зарплаты. Как кроты, они же по земле роют, а наверх только немножко выйдут и... И все, да. Воли-то нет, что-то уж актеров, что-то... Есть. Им просто не объяснили. Подожди. Сейчас им объяснит. Александр Евгеньевич объяснит им, не беспокойтесь. Соответственно, в соответствии со статьей 30 написано вот именно представление интересов рабочих, работников тем профсоюзам, которые борются за них. Ну, то есть, если надо добирать до 50%, то есть вот такая форма дожать уже уж точно, чтобы были эти 50 плюс 1. 50% плюс 1 человек. То есть, ну, очень интересная такая форма и нужная, когда ведешь коллективную борьбу за проект. То есть, вы организовали профсоюз, получили 49%. А надо, чтобы было большинство для того, чтобы вы могли
получить необходимые права. То есть для того, чтобы выйти на переговоры, чтобы принять решение о забастовке, чтобы вас не уволили. Потому что если больше 50 остановились, это забастовка. Если меньше 50 остановилось, то это может быть прогул. Угу. Поэтому это очень важно. Поэтому прихожу, и вот Иванов сидит. Иванов, ты же все равно не будешь бороться. Подпиши доверенность вот нам, вот мы будем за тебя бороться, что ты нам доверяешь решение твоих вопросов в твоих интересах. Подписывай. Ты все равно ничего не будешь делать, давай подписывай. Он подписывает. Нет, он говорит, я боюсь, а ты ему делаешь прививку от боязни. Ты скажешь, а вдруг мне чего будет? Вы же покажете, что я распишу? Ну, ты объяснишь, а мне сказали, что если ты это подпишешь, у тебя будет зарплата больше. Я за то, чтобы мне зарплата больше была. Там не было написано, что это против вас, товарищ начальник. Там написано было, что за зарплату борется. А я думал, вы сейчас скажете, если не подпишешь, тебя убьем. Кому показывать? Нет. Показывать нет? В конце надо будет. То есть, когда там... Нет, ну, естественно... А это никому и не показывать. Это никому и не показывать. Вот, пачка, и все. И значит, работодателю никакие такие документы с подписями никогда не отдаются. Во-первых, надо сделать копию. Во-вторых, копию держать в руках. Показывай в твоих руках. И все. Да. Ничего не запомнишь. И все. Это, ты же не работаешь. Если вас спрашивают, вот я вам сцену такую обрисую. Я зашел как раз к Константину Васильевичу Федотову, который был начальником консалтинга правового отдела правкома докеров. Вот. И мы с ним вместе готовили проект Трудового кодекса. Это такой знающий человек. И как раз в это время к нему пришел прокурор. Говорит, так, товарищ Федотов, дайте, пожалуйста, список членов профсоюза. Федотов говорит, не дам. Как этого не дадите? Да так, не дам, потому что по закону только суд может, так сказать, потребовать список членов профсоюза. Это общественное объединение, оно вам никак не подчинено. Поэтому я ничего я не дам. А если вы хотите, подавайте в суд, и мы в суд принесем. И там в суде и получите. И он умылся и пошел. Некоторые сейчас вот начинаются вот такие телодвижения, дескать, вот давайте надо нам зарегистрироваться. Зачем? Что вам зарегистрироваться? Есть закон о профсоюзах, он говорит, вы вот собрали трех человек, вот мы трое сейчас собрались, все ушли, а мы трое собрались и создали профсоюз «Зеленое солнце». Имеем право? Не в Красном университете, а в помещении Красного университета. Красный университет не мешает нам создавать профсоюз «Зеленое солнце». Может, он покраснеет, этот профсоюз. Откуда вы знаете? Вот мы создали, а вы создавайте «Красное солнце». Кто вам мешает? У вас красная рубашка, а у нас нет ничего красного. У нас есть зеленая бумажка. Вот он. Поэтому это солнце наше. Мы создали профсоюз. Так, кто председателем кого? Вот вас председатель. Вы в центре же. Вас казначеем, естественно. А я заместитель. Все. Профсоюзная организация создана? Создана. Протокол напишем? Напишем. Состоялось учреждение профсоюзной организации. «Зеленое солнце», председатель такой-то, заместитель такой-то, такой-то. За устав. У нас лень нам писать устав. Берем за устав, устав Федерации профсоюзов России. Висит на сайте фонда «Рабочая академия». Ничего делать не надо. Потом, когда нас будет человек 50, 60, 70, мы напишем письмо председателю и попросим считать нас организацией этого профсоюза. А сейчас, чтобы не позориться, мы три человека никуда писать не будем. Пока будем сидеть и делать вот всякие бумажки, как нам товарищ Бобинов объяснил. Они нам понравились, тоже зеленого цвета будем. Поэтому и назвали так свой профсоюз. У нас все будет на зеленых бумажках. Мне потом кричали, что ты своими зелеными бумажками там бунт поднимаешь. То есть вот это тоже очень бросается в глаза, то есть такой момент. То есть разнес по поликлинике, ну наш профсоюз там, разнес. Ну, если вы желтый, а вы вот только желтые не делайте, там желто-блакитный, красный давайте, да. Просто вот эти бумажки, они лежат все, обычно же белые, а тут раз такая зеленая, сразу видно огромное, что это. Ну, а можно делать голубые. Голубая мечта человечества. Там самое хорошее предложение на голубой бумаге. Кривотолки. Значит, то, о чем мы говорили, это дело инициативы народной. То есть надо, если люди сидят и всего боятся, как мыши, то ну что с мышами бывает? Кто-нибудь их придавит, раздавит, наступит и так далее. У нас вся страна тогда мышь получается. У вас? У нас в стране не вся страна мышь. А вы в какой стране живете, товарищ Бобин? Вся. Кто сказал? Я. И вы в той же стране живете. Мы с вами не живем в этой стране.
Ну, если вы так вот правильно, так лихо вы так говорите, вся страна. А вы не в этой стране, что ли? Вы себя за человека считаете, нет? Вот Васьковского за человека не считаете? Да, меня за человека не считаете? Я чувствую, это как личное оскорбление. Ну, я как, личное, как личное оскорбление воспринимаю. Даже не маскирую. Вся страна. Ну хорошо, если вся страна, но если есть один человек в стране, который так не делает, на это не поддается, значит, нельзя говорить? Даже вы меня оскорбили. Это диалектический подход. Какой диалектический? Чисто формально-логический. Один человек с этим не согласен, значит, нельзя говорить вся страна. Что делать-то с этим? Вот и скажите, вся страна, кроме Попова, так считает. Ну, скажите так. А вы так не хотите, потому что вы знаете, что не только, что не только кроме Попова. Много таких людей у нас. Вот они в Красный университет пришли. И что их сюда? Людей, как вы? Конечно, много. Ну, я такой, как многие. Какая разница, как сформулировать, если они похожи. Но кто вот пришел в Красный университет? Вас палками сюда привели и сами пришли? Единичные. И вы сами пришли? А вам платят здесь? Вы же объясняли, что вы, если вам ничего не платят, вы вообще пальцем не пошевелите, а сюда пришли. Кто-то понимает, что... Он наступил себе на горло и пришел. Индивидуальное предприниматель. Да. Платите. А вы зачем? Кто-то понимает, что вы вас в наручниках. Вас в наручниках привели сюда, или вы сами сюда пришли? Да. Мы вас снимаем, чтобы вы потом не отказывались. А я не отказываюсь. Ну вот и не откажетесь теперь уже все. Вот там сидят люди. Вы еще смотрите, сколько. Вот вы одну камеру разобьете, а там во второй записано. Вот еще пишет камера. Тут все записывается. Еще один такой момент, который в ходе вот этой всей борьбы, которая идет в профсоюзе действия, могу сказать одно. Ну или не одно, могу говорить многое, но вот один момент. Если люди начинают бороться за какой-то один, ну, за один пункт и решать этот один пункт через суды, не коллективно, а какой-то там группой, может единично, с помощью профсоюза, так сказать, используя сервисные методы, все это растягивается на полгода, на 8 месяцев, и в итоге они мало чего добиваются. Бывает и на 10 лет. Может быть, подавать Европейский суд по правам человека, да, и, так сказать, человека уже выгнали, все у него забрали и так далее, и вот он вдруг получает какие-то денежки. А когда люди организовываются именно организовываются большим коллективом, как вот сделали, например, в Пензе, то в Пензе или в Карелии, то, соответственно, с ними уже начинают по-другому говорить, и это все происходит значительно быстрее. В Пензе это все случилось за 2 недели, и сейчас с ними, они уже сейчас заключают коллективный, ведут переговоры по заключению прогрессивного коллективного договора, а в Карелии, ну и разговаривают на уровне министерства, а в Карелии тоже уже разговаривают на уровне министерства. То есть коллективные действия приводят к большим результатам, нежели вот это вот таскание по судам, на что вот оперируют там люди, которые дайте нам юридические какие-то там, ну, как эти адреса. Вам дали трудовый кодекс и трудовый кодекс, и закон о профсоюзах. Консультации, да? Да нет, именно. Зачем вам консультация? Вы безграмотный человек, читайте закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. И читайте Трудовой кодекс России. Вот каждый из нас здесь присутствующий товарищ должен прочитать закон и не быть безграмотным в области трудовых прав. Так, закон отвечает на вопрос, что делать? Нет. Закон отвечает на вопрос, чего нельзя делать. Поэтому, так сказать, к этому закону прилагается что? Смекалка. И думать надо, и думать, и придумывать. Так сказать, и это борьба, которая ведется, ее организует профсоюз, партия, то есть которая отвечает на вопрос, что делать. И вот я хотел бы вам сказать, что вообще означает в законодательстве слово «забастовка». В законодательстве это означает, что в отличие от предыдущих способов производства, рабовладельческого и феодального, здесь труд не носит принудительного характера. Нельзя заставить человека без зарплаты работать. Нельзя. Только по согласию. Вот там эти 20 тысяч у вас пока по согласию работают. Но они же не написали против. Ну, то есть, как вот я узнаю, что вы против? И то, что вы скажете, у нас это, когда дело о деньгах, это разговор не пришей, не пристегни. Заявление от вас есть, что вы не будете работать? Нету такого, что вы приостанавливаете работу. То есть, надо понять, что вот есть такие вопросы, когда и забастовка не нужна. Но забастовка нужна для улучшения
положение. То есть вы выдвигаете требования, и это бесконечно более высокий уровень, чем протесты. То что если я протестую против того, чтобы идти туда, я сказал, куда я пойду? У меня остается еще вон в окно, в это и вот в это. То есть если я протестую против движения туда, сколько направлений существует, кроме движения на север? Бесконечно. Бесконечно много. Поэтому вот все эти там вспышкопушкательские выступления, которые в Москве есть, это гораздо более безграмотные выступления, чем, скажем, просто простое недовольство. Ну, что вы говорите, что мы против? То есть, если я поджарил котлету, мне нужен какой-то гарнир, чтобы кто-нибудь ходил и, значит, вокруг этого в виде пюре что-то по этому поводу говорил. И тогда я скажу, видите, все демократически. Мы поставили на всенародное обсуждение, народ был против, но основная масса согласилась, мы приняли закон. Поэтому это все подверстывается, эти все выступления против, они вообще ничего не означают, это вообще никакая не борьба. Борьба, и даже вот если возьмете Трудовой кодекс, он весь позитивный в этом смысле. Пожалуйста, требования какие? Это ваше дело. Вы не можете хуже сделать, чем в законе коллективный договор. Лучше сделать? Ну, пожалуйста. Нет никакого запрета на то, чтобы вы сделали лучше и больше, чем в законе. И вот эту позитивную сторону надо оставить. Если люди будут позитивно бороться, они будут улучшать свою жизнь. И те, кто борются, те и улучшают. Вот на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, и у нас, значит, на сайте Фонда Рабочей Академии висит и выступление устное президента Федерального профсоюза обеспечеров, и написанное в газете «Народная правда». Почитайте, что они, чего они добились. Они добились и повышения зарплаты до уровня, который больше 200 тысяч, которая, так сказать, примерно равна стоимости рабочей силы. Они увеличили себе отпуск. Они в отпуск едут так, так сказать, вот если вы едете в отпуск с семьей, то вас бесплатно должны доставить в ту точку, которую вы указали, и с той точки, где вы оказались по ходу этого своего путешествия, и с той точки обратно вернуть на самолете и так далее. И прочие всякие условия. И они это, так сказать, беззаветной борьбой добились, потому что у них формальные забастовки запрещены. Но они делали по-другому. То голодали, то вот они на спортивные соревнования бегали. Весь профсоюз 5 километров пробежит, а перед работой надо идти куда? К врачу. Врач говорит, я вас не допускаю. А вы говорите, нет, я пойду. Я говорю, нет, я вас не пускаю. И он не идет, потом этот не идет, вы не идете. А кто будет работать? И закрывается воздушное движение России. И это добились не забастовкой, а просто коллективными действиями. Коллективными действиями. Поэтому, а есть всякие неформальные забастовки. Показываю. Вот я что, обязан так вам быстро говорить? Я могу говорить гораздо медленнее. Что, нарушил? А чтобы вы лучше записали. Я скорую вызову, вас с инсультом увезут. Вас увезут за нападение на профессора. Подозрение на обследование. Вот так, кстати, это итальянская забастовка. Да, то есть... А учитывая там, где куча есть нарушений техники безопасности. Да, или, скажем, я не имею права приступать к работе, если неисправная техника. Где вы видели сейчас исправную технику? Да, нет. Вот я сижу и все. Ну, когда вы отремонтируете? Когда? Вот руки вот прямо хотят вот работать за рычаг. Когда вы закончите это вот ремонт? До обеда уже. Ну, сейчас пойду пообедаю, после обеда, может. И так до вечера. Ну, бог ты мой. Вот, все, день. Одежду не выдали. Не, ждем. Я без спецодежды нельзя. Как? Представляете, это пораемся. А вы будете отвечать, вас посадят. А так мне жалко, если вас посадят. Даже страшнее, чем когда меня посадят. Мне вот сейчас из зимней спецодежды только шапку выдали. Не знаю, как работать. Это за ваши зеленые бумажки. Ну вот, я думаю, что время наше подошло к концу. Наш круглый стол, который мы затеяли, и который посвящен забастовке, прошел успешно. Мы рассмотрели, так сказать, что не является забастовкой. Надо, чтобы забастовка была содержательная. И третье, что забастовка – это и самое элементарное, привычное и главное средство достижения, улучшения своей жизни. Никаких других средств у коллектива, у работников и нет. Нет других средств. Если кто знает, чтобы на каких-то переговорах без применения
забастовок или каких-то коллективных действий чего-то хорошего добились, пусть расскажут. Мне это неизвестно. Хотя я, так сказать, информацией обладаю достаточно широко. Вот так обстоит дело. Поэтому всем участникам спасибо большое, и тем, кто записывал, тоже большое спасибо. Им еще предстоит большая работа. Если они забастуют и медленно будут там выкладывать, то тогда они смогут реализовать свои требования. Спасибо за внимание. На этом конец.